Это обыкновенная подвеска на обыкновенных же подшипниках, которые знают все. А здесь роль подшипников выполняют магниты. Впрочем, они, магниты, то бишь, работают и в этом вентиляторе. Гонят воздух, хотя механических частей у вентилятора нет. Просто полая труба. Все эти вещи рождены в центре нетрадиционной электродинамики руками и умением Геннадия Николаева. Кстати, заявку на открытие Геннадий Васильевич подал давно. А открыл он ни много ни мало второе магнитное поле. То есть то, что мы знаем, оно два магнита, это одно магнитное поле. Но кроме этого существует еще какое-то. В любом магните есть два магнита. Одно и второе. И более того. Но второе магнитное поле, оно слабее по взаимодействию, поэтому физики на начальном этапе его не смогли заметить. Экспериментально нужно, чтобы теоретически показать, что такое магнитное поле существует. Но практически эксперименты были еще во времена Ампера, которые показали, что есть какая-то сила, которую физики объяснить не могут в рамках обычных представлений. И Ампер первый, кстати, не моя идея, это насчет этой продольной силы. Ампер, оказывается, первый высказал идею, что должна быть продольная сила, которая должна привести к согласию к экспериментальному наблюдению. А вторым эту силу попытался поймать Николаев Геннадий Васильевич. Не то, что поймать. Он предсказал, что такая сила существует. Мало того, что предсказал, он даже написал формулу. Он даже написал формулу, в которой существует член продольной силы. Но эта формула была выведена эмпирически. Он физически, фундаментально не проработал, чтобы установить точную формулу. Она оказалась неприменима к другим случаям. И эту формулу забыли. Она есть в учебнике, можно найти. Так вот, чтобы найти корректную формулу, пришлось фундаментально все перелопатить. И вот здесь-то мне удалось установить истинную формулу, которая не противоречит всем другим эффектам. И вот здесь все пошло. То есть я когда нашел истинную формулу, пришлось изменить уровень аэродинамики, уровень Максвелла, все прочее, получить новое уравнение. И самое главное, что уравнения у меня теперь связались со свойствами среды физического вакуума. Проблема физического вакуума – это очень серьезно. Это черпание энергии из бездонной, кажется, бочки. Именно вот это свойство вакуума позволяет реализовать целый ряд вещей, которые просто немыслимы. Это близко к тому, что вот летающие объекты, все прочее, это используется энергия вакуума. Но есть еще в комитете две заявки на открытие. Это заявка на открытие по асимметрии свойств реального пространства, доказывающая, что свойства реального пространства не такие, какие предсказал Эйнштейн, а реальное пространство является физическим, а не простым, абстрактным, математическим, пустым. И вторая заявка по второму магнитному полю, что существует кроме одного магнитного поля, еще вид одного магнитного поля, скалярного, и еще один вид магнитного взаимодействия. Кроме поперечного лоренского, еще и существует продольная сила взаимодействия. Вам не кажется, что вот это ваши первые и вторые заявки на открытие, они выдвигают вас в ряд выдающихся ученых? То, что я вот обнаружил эти все эффекты, многие специалисты повторяют мои же эксперименты, я могу сейчас показать эти препринты, которые присылают мне оттуда. Мои эксперименты повторяют, получают результат, и назвали уже эту силу продольной силой Николаевой. Моторы, которые делают, вот мой мотор, который я сделал, демонстрировал и получил авторское свидетельство здесь, повторили мотор, и назвали этот мотор «Сибирский Коля». В честь Николаева. Ну, такая ситуация. Но дело не в этом. Этим мотором настолько серьезно заинтересовались. Оказалось, этот мотор уникальный. Уникальный то, что он может разгадать проблему, может даже летающих тарелок. Он не родственник вот этого вентилятора, который безмоторного? Нет. Но он родственник так называемой проблеме торсионных полей, левитирующих дисков и тому подобное. То, что уже экспериментировалось, то, что делалось, такие дисковые системы. И еще самое главное, что в этом моторе оказывается обратная положительная связь. То есть, если мотор зациклен на себя, то, в принципе, он может способствовать своему же ускорению. И это близко к возможности создания вечного двигателя. Эта проблема, хоть и смешной кажется, но есть публикации, что в швейцарском городке в общине уже такой тестатик называется, вечный двигатель создан. Первая партия была на 200 ватт работал, потом сделали на 2 киловатта, и сейчас проектируется на 20 киловатт с диском порядка 80 сантиметров. Профессор Маринов с Австрии лично наблюдал, щупал этот аппарат, но тайна прибора, говорит, я не смог разгадать, и вот в монографии, которая у меня сейчас есть, прямо в монографии, что секрет этого тестатика чувствуется очень близок к секрету мотора «Сибирский Коля». Но... И поэтому составили, буквально недавно получилось письмо, составил эту Марину.
сатаковались, что он страшно заинтересовался этой проблемой, вплоть до того, что он собирается сюда приехать в Томск. Кроме того, что есть и такие, я даже не знаю, фантастически прикладные направления, у них же есть конкретная реализация. Вот подшипники магнитного качения, да. Назовем их так, да? В связи с тем, что сейчас ситуация такая, что, как говорится, на науку финансирование прямого не получишь, поэтому приходится какими-то путями что-то делать, какие-то наработки самим, приходится какими-то нетрадиционными путями отыскивать новые направления, радикально новые, чтобы создать какие-то перспективные такие наработки и на них что-то делать. Ну, наподобие, вот, типа вентилятора, типа магнитоподшипника. Ну, известная система, что магнитная подвеска – это проблема очень давняя, работали очень многие, но, говорит, эффекта получить сильно не смогли. Я занялся проблемой сейчас не чтобы давно, но знал, что, в принципе, можно создать. Кстати, на международном симпозии в Ленинграде Маринов как раз сказал, что сделай мне магнитную ось, это было год-два назад, я тебя залочу. Я ему пообещал, что магнитную ось сделаю. Вот я как раз пишу письмо, и там написал, что магнитную ось сделал. Сначала сделал магнитную ось, что в принципе можно завесить, а потом сделал магнитные подшипники, уже под вид подшипника, которые, вот допустим, такие, вот такой магнитик, маховичок с подшипником, он вращается до 10 минут. Раз пустил, 10 минут. Вот на обычных подшипниках. Во-первых, он шумит. Подшипник качания. Да. Я был на подшипниковом заводе, там говорят, что нас очень сильно ругают все потребители за то, что подшипники у нас шумят. Это подшипник. Вот прислушайтесь. Никакого шума он не издает. А этот подшипник шумит. Этот подшипник без трения. То есть усилия, которые там... Ну, трение нулевое там трудно сделать, но близко к нему можно сделать. Но если вращается 20 минут... Представляете, что такое 20 минут, значит, можно вращаться. Вместо вот обычных каких-то десятки секунд. Что лечебным эффектом в большей степени обладает как раз второй вид магнитного поля. Не обычное магнитное поле, а второе. И в этом плане сразу разъясняются очень многие дискуссионные проблемы, которые возникали на конференции. Выступают два автора и говорят, я действовал таким-то магнитным полем, такой величины. Получил положительный эффект. Выступает второй, говорит, нет, я действовал таким же магнитным полем, получил отрицательный эффект. И не могли договориться. Почему? Так дело в том, что при том, если выберешь конфигурацию магнитного поля, где есть компоненты второго магнита превалирует больше, чем на поперечном, тогда будет эффект положительный. Если наоборот, отрицательный. Но они не знали, как ее выделить компоненту. Поэтому конструкты делались у одного больше, у другого меньше, вторая компонента. И результаты были совершенно разные. И еще такие проблемы. Магнитная вода. Всем известно, магнитная вода, все прочее, проблемы, что она и лечебные эффекты оказывает, и против нагмей работает, и подобное. Но на конференции выступает товарищ, говорит, вот товарищ, вода одна. Оказывается, вот есть вода другая, магнитная. Но это эффект положительный, вот эффект отрицательный. В чем дело? Говорит, я лью воду у одного полюса, получаю магнит одной какой-то зарядки, у другого полюса другой зарядки. В чем дело? Говорит, вот когда на этой конференции там вспомнили про мою работу, товарищ выступил, сказал, что есть два вида магнитного поля, и сразу проблема разрешается. Потому что две воды, два магнитного поля, получается, все разрешается. Очень много проблем. Область приложимости второго магнитного поля такая же, как и для обычного магнитного поля. То есть количество устройств, которые существуют и работают у нас, вам известно, громадное количество. Так вот, можно создать устройство, в которых бы работала вторая компонента. Или хотя бы вместе работали. Что это даст принципиально человечеству? Ну, во-первых, без полного знания о законах магнетизма нельзя создать единую и хорошую полную теорию. Нельзя познать очень мощный процесс. Вот, допустим, у меня есть авторское устройство на термоядерную такую установку, в которой используется процесс и как поперечного, так и продольного сжатия плазмы для того, чтобы создать устойчивый термояд. Не исключено, что то, что мы не знали этих сил продольных, мы не могли удержать ее. Подвесить. Ведь полное представление даст... Более уверенное представление даст возможность, может, овладеть этой тайной. Половина... В принципе, это выход в новые технологии, в новые... Ну, особенно, я говорю, из проблемы НЛО, там выросло настолько четко, много долго рассказывать можно, там ряд физических эффектов, которые современная теория не может объяснить. Оказалось, что второе магнитное поле как раз блестяще объясняет, что да, такие эффекты могут быть, и они реально существуют. Не только от НЛО, но проблема НЛО вроде такая... фантастическое, вроде и не существует НЛО, но черт с ним. Шаровые молнии, которые давно существуют, которые знают. Так вот, от шаровых молний эффекты точно такие, как это НЛО наблюдается, и которые физик тоже не может объяснить. Но можно объяснить с помощью второго магнитного поля.
Вот это знание, статьи по этим вещам. Знание о втором магнитном поле позволило вам открыть научно-технический центр нетрадиционной электродинамики. Я решил нацелиться, потому что что-то делать новое, надо радикально новое. Потому что двигаться к прогрессу надо сильно основываясь на каких-то новых концепциях совершенно. Так вот, основываясь на этих новых концепциях, можно двигать всю современную физику по разным направлениям. Потому что область, которая здесь, мной охвачена, это не вся. Насколько вам сейчас удается продвинуть физику? Да, пока трудно. Потому что, я говорю, на науку прямого финансирования ни черта нет. Поэтому сейчас через городской совет пытается там кое-что там организовать. Но опять же, через потребителей, через для того, чтобы пропустить какие-то такие подделки ширпотребовские, ну, типа подшипники. Это ширпотребовские. Для меня это ширпотребовская подделка. Но для того, чтобы на них иметь деньги, и чтобы эти деньги использовать для научной разработки. Ну, фундаментально. Да. Вот такая ситуация получается. Ну, подшипник еще вращается. Так, с позиции нового представления, взаимодействие между проводниками с током бывает не только лишь перпендикулярного характера, то есть сила направлена перпендикулярно току, но еще сила, которая направлена под направление тока. Кстати, если смотреть взаимодействие двух контуров, если подключить к ним ток, то оказывается, что между параллельными проводниками ближайшими имеется сила взаимодействия, допустим, притяжения, а между перпендикулярными проводниками с этого контура и на перпендикулярный провод вот это возникает сила, предположим, знака, сила отталкивания. Получается, что между контурами мы наблюдаем, что вот данные контура притягиваются, потому что у них, допустим, здесь северный полюс, здесь южный, а на самом деле, оказывается, между контурами есть еще и силы отталкивания, которые можно продемонстрировать на экспериментах. Кстати, вот в данном случае, хорошо известно, что в данном случае, если контура притягивается, то есть я переверну один контур, не меняя направление только на обратный, то я получу здесь силу отталкивания. Это можно показать хорошо на магнитах. Но если есть здесь сила отталкивания, а здесь сила притяжения, то между ними должна быть нулевая точка. Вот в таком положении. При перпендикулярном расположении проводников сила взаимодействия между ними, притяжение вдоль прямой соединяющих друг с другом, отсутствует. И казалось бы, вот эта точка зрения, что эта сила отсутствует при перпендикулярном положении проводников, она говорит о том, что взаимодействуют только лишь проводники, у которых сила перпендикулярна току. Если проводники перпендикулярны друг другу, то сила взаимодействия, казалось бы, не должна быть. Но здесь можно показать, что точно такие же проводники, но если составить из них сдвоенные, вот каждый из этих контуров, это самостоятельно один контур, но эти контура соединить, как говорится, разного направления поток создать, то есть если здесь северный полюс, то здесь южный, то оказывается, что каждая в отдельности рамка, вот точно такой же рамкой, если мы подключим к этой рамке ток, то при приближении и при наличии тока в храм, мы видим, что эти рамки действительно, допустим, тоже притягиваются, то же самое, как и те притягиваются. Почему? Потому что проводники остаются параллельными ближайшими, и возникает сила притяжения. Если я переверну обратно, за счет симметрии здесь остается опять сила притяжения. Если я поверну обратной стороной, здесь получается сила отталкивания. Но это опять же соответствует взаимодействию параллельных проводников. А теперь другая ситуация. Мы видели, когда мы брали отдельный контур, то когда располагали проводники перпендикулярно друг другу, то взаимодействие отсутствовало. А вот на таких проводниках, на таких контурах, можно показать, что если я вот эти проводники теперь стану поворачивать и поставлю перпендикулярно друг другу, то есть, по сути дела, вот этот элемент остается перпендикулярен этому. А тем не менее, в данной ситуации будет фиксироваться сила. Причем противоположно, чтобы это показать на экспериментах, что-то я было проделано на многих экспериментах. Вот здесь устроена установка. Один из контуров сдвоенных висит на подвесе. Потолку подвешен. Покажи потолок. Потолок покажи. А другой контур неподвижно. На очень тонкой подвесе высотой. Ток подводится подвижным контуром через к подвижному контуру. К данному ток подводится через жидкий контакт. Электролит. Вот подвижки, это жидкий контакт. Вот можно видно, что контур качается.
свободно. В данном случае контур второй располагаем параллельно, чтобы вот эти проводники друг другу были параллельны, и взаимодействие между ними было обычно поперечным. При включении тока, так чтобы в этих проводниках были параллельные токи, они притягивались. И, допустим, вот магнитные потоки в контурах противоположного знака, или они как бы замыкаются друг на друга, то мы обнаруживаем, что здесь возникают обычные силы либо притяжения, либо отталкивания. Данные контура, конфигурация такова, что, в общем-то, если будут питать переменным током эту систему и переменным током эту систему, и, допустим, фазу не буду менять, то взаимодействие будет то же самое, что и при постоянном токе. Я включаю, допустим, данный контур вот этот, сейчас подаю 2 ампера на него. И на второй контур, причем эта метка говорит о том, что фаза на оба трансформатора подается одна и та же. И смотрим на эти контура. При включении, включаю. Что мы наблюдаем? Эффект подталкивания. Еще раз зафиксируем. Вот состояние покоя. Включаю контур. Здесь деление указано. И по делению видно, что, в общем-то, расстояние между контурами увеличилось. Ну, чтобы более эффектно видно, что это увеличение, можно приблизить контур. Второй. А теперь отпустите, вы видите, что он практически будет рядом с первым. Что возникла сила отталкивания. Вот видно хорошо. Между параллельными проводниками возникает сила отталкивания. Но между контурами этими есть еще и сила притяжения, которая обусловлена взаимодействием осевого проводника этого контура с радиальным проводниками другого. И наоборот, осевого этого с радиальными другого. И здесь возникают силы противоположного знака. Если здесь было отталкивание, то будет там притяжение. Причем, если вот на эту силу, на этот проводник с током, со стороны вот этого проводника действует сила отталкивания, то реакцией является продольная сила, которая действует на осевой проводник. То же самое и наоборот. Если со стороны осевого проводника этого тока на вот эти действует сила поперечная, то реакция является продольной, которая и толкает контур в другую сторону. Сейчас мы повернем контур на 90 градусов. И еще раз повторим, что при такой позиции контура отталкиваются, чтобы убедиться, полярность опять фаза та же самая, отталкивается при таком. Становим. И поворачиваем на 90 градусов. Фазу оставляем той же самой. Включаем. Мы видим, что контура потянулись. Отпускаю. Чтобы усилить, можно приблизить еще. Вот, контракт потянулись. Теперь даже ничего не меняли, просто поворачиваю. И сила притяжения переходит в силу отталкивания. Стала сила отталкивания. Так как между силой отталкивания и силой притяжения имеется, должна быть какая-то нулевая точка, то оказывается, эта нулевая точка есть, и она находится под определенным углом. В данном случае где-то вот в таком положении взаимодействие между рамкой отсутствует. Ну, можно показать по включению. По включению. Он практически нету. Но дело в том, что так как вот в данной ситуации контура как бы не взаимодействуют между собой, не передают силу взаимодействия друг с другом, то очевидно, если было высказано положение, что в данном случае как бы энергия не перекачивается из одного контура в другой. Если, допустим, этот контур запитает переменным током, то в данном случае перекачка идет какая-то минимальная. Не будем говорить, допустим, не полностью, что отсутствует просто, но минимальная. Но в таком случае, если это так, то тогда, если будем подавать на контура частоту повышенную, то мы можем наблюдать, что оказывается, что передача энергии между контурами будет не только лишь при параллельном расположении контуров, это тривиальные рамочные антенны,
когда одна рамочная антенна, другая рамочная антенна, они ловят сигналы, передаваемые друг другу. Причем плоскость поляризации вот таких антенн находится в плоскости контура, и они ловят. Если я поставлю эту рамочную контур перпендикулярно, то я получу ноль. Так вот оказалось, если я возьму две рамочные антенны и включу их в противофазе, эта антенна включена в противофазе этой, то плоскости перпендикулярно этим контурам и проходящие через середину между контурами, суммарная фаза должна быть равна нулю. И никакой сигнал, казалось бы, не должен быть пойман. Тем не менее, мы берем такую антенну одну, сдвоенную, подключаем к ней генератор переменного напряжения, и дальше ставим приемную рамку как раз в плоскости, находящейся именно перпендикулярно этим контурам и находящейся посередине между ними. То есть, когда казалось бы фаза, суммарно должна быть равна нулю. И тем не менее, мы в этом случае принимаем сигнал. Почему? Это видно из этого эксперимента, что вот в таком положении все-таки идет передача энергии от этого контура, причем не минимальная, а максимальная. Вот здесь максимум. Вот здесь ноль, здесь опять максимум на другого знака. Так вот, оказывается, что вот в данном случае, когда контура находится в таком положении, то с этого контура передается сюда контур, волна поперечная идет. То есть между контурами идет поперечная волна. Когда я располагаю контура перпендикулярно друг другу, то в данном случае волна идет не обычная, а продольная. Почему? Потому что если поперечный вектор поляризации находится в этой плоскости, то есть вектор магнитного поля вертикально, допустим, вектор электрического горизонтально, но не перпендикулярное направление, то при приемной антенне, которая расположена как раз таким образом, что вектор магнитного поля скользит вдоль этих проводов, а вектор электрического поля перпендикулярен проводам, он не может индуцировать, казалось бы, ТДС в этом контуре. Поперечная волна не может, а вот продольная волна в этих проводниках может индуцировать. Вот мы это фиксируем. И, кстати, вот на антеннах, вот антенны. Одна антенна стоит. Ну, может, сейчас выключу. Так, вот одна антенна. Допустим, это передающая антенна. К ней подключается генератор, порядка сотни килогерц. Это антенна приемная. При таком положении контуров, когда, в общем-то, хотя эти контура противофазны, но этот контур ближе к этому, этот ближе к этому, и эта антенна ловит обычную поперечную волну. То есть, ну, суммируется, тем не менее, волна есть. Потому что эти контура соединены тоже так же в противофазе, и поэтому противофазный сигнал здесь суммируется. Но если я располагаю эти антенны перпендикулярно, то я принимаю сигнал уже, если там поляризация горизонтальная, то вот вектора электрического поля уже будут видеть перпендикулярно, они не будут индуцировать. Я принимаю уже другую волну, продольную. И в данном случае у нас в логографе хорошо фиксируется, что при таком положении идет сигнал. На приемной антенне, на своре я вижу сигнал. По мере поворота я вижу, что сигнал начинает уменьшаться. При угле порядка 20-30 и с изменением расстояния до угла меняется 30-40 градусов, я получаю 0. При дальнейшем повороте антенны фаза меняется на обратную, и сигнал начинает расти. Достигает максимального значения при перпендикулярном расположении контуров, и при дальнейшем повороте начинает опять падать. Опять находится минимум, где фаза меняется на обратную, и опять возвращается поперечную волну. То есть в таком положении идет поперечная волна. Дальше при таком нуле фазы у них сравниваются. И дальше фаза оборачивается и пошла продольная волна. Поперечная и продольная волна идут в противофазе. То есть любая антенна, то ли она в виде контурна, то ли в виде диполя, излучает два вида волн. Поперечную и продольную. То, что раньше считалось, что электромагнитная волна является только лишь какой-то особыми волнами по сравнению с обычными. В обычных средах всегда распространяется обычно и поперечная волна, и продольная, то оказывается, что и вакуумный среде возможно распространение двух видов волн. И эксперимент подтверждает, что да, действительно идет и одна, и другая волна. И для них, и для приема таких волн требуется антенна несколько иной конфигурации. Но более глубокие знания о распространении волн и более полное понимание этих тонкостей распространения позволяет больше расширить область приложимости вот этих исследований для практических. Так, вот в данном случае
то, что мы экспериментировали на самодельных контурах, ну, можно тут подумать, что кое-что неточности сделали. Ну, я с какие-то неточности. Вот эта антенна я заводского типа. Это контурная антенна, с помощью которой принимают сигналы. Она имеет резонансные частоты порядка 60 и 200 кГц. Если взять две таких антенны, вот такие, это уже надо весьма сильно, это трудно сейчас посмотреть. Вот две антенны. Вот такие. Если взять две такие антенны и включить их в противофазе друг к другу, то, казалось бы, в плоскости перпендикуляр этим антеннам никакой сигнал не должен идти. Почему? Потому что там противофазы, причем если антенна симметричная, то сигнал суммирует, дает ноль. Тем не менее, если как раз в этой плоскости поместить точно такую же антенну, она расположена там в углу, это трудно показать, что мы, в общем, это делали на природе, то, кажется, мы принимаем тот же самый сигнал. И все закономерности, которые мы здесь показали вот на этих малых антеннах, что при повороте антенны приемной, сначала при горизонтальном положении антенн, то и другой, мы принимаем один сигнал, поперечная волна, фаза максимальная. При повороте, при угле порядка 30-40 градусов, находим ноль, где фаза меняется на обратную, дальше фаза, измененная фаза, сигнал растет и достигает максимального значения при перпендикулярном расположении этих рамочных антенн сдвоенных. Ну, при дальнейшем увеличении опять падает и переходит через ноль и опять превращается в поперечную волну. Это на обычных заводских антеннах, но в качестве, ну, после дела уже даже на заводских конструкциях можно показать, что можно несколько более расширенно использовать даже то, что, в общем-то, уже сделано другими. Ну, это коротко пока этих вещей. Можете на монетах все прочее потом отдельно сделать. Значит, это ряд подборки есть. Можешь показать шкалу. Какую? Которая сейчас обосновалась при заводе по причинам экономическим, потому что вообще центр создан при институте. Это центр, научно-технический центр нетрадиционной электродинамики. Это новые нетрадиционные подходы в электродинамике. А причина то, что обосновались при заводе, это финансовые ограничения в институтах сейчас, которые возникли. Ну и сейчас на заводе такие же причины, такие же трудности. Но в чем направление нашего центра? Центр по нетрадиционным направлениям в электродинамике. Это связано с тем, чем я занимался. Это нетрадиционный подход в электродинамике. Сначала занимался вопросами общей теории относительности, теории пространства, времени, тяготения, а потом уже детально занялся электродинамикой. И при исследовании электромагнитных явлений, ну это все коротко, я сжимаю рассказ, потому что здесь детально можно говорить очень много, я пришел к выводу о том, что в электродинамике имеется очень серьезное ограничение и большое количество парадоксов и противоречий. И связаны они с какими-то недоработками в этой теории. И когда детально я занялся этой проблемой, я пришел к выводу, что в электродинамике упущена практически половина явлений, которые известны физике. И связано с тем, что, оказывается, в электродинамике, кроме обычного магнитного поля, существует еще один вид магнитного поля. Еще один вид магнитного взаимодействия. И количество явлений, которые известны сейчас физике, практически удваивается при использовании этого нового вида взаимодействия. Ну, второе магнитное поле, оно теоретически следует сразу из концепции оттоков смещения, и теоретически оно предсказывается из целого ряда парадоксов, как экспериментальных парадоксов, так и теоретических. И парадоксальность теории современной электродинамики заключается даже в тех уже известных концепциях, которые существуют. И заключается в том, что в электродинамике известно несколько методов подхода описания одних и тех же процессов, но разными методами. Вот в рамках представления поля вектор потенциала получается один результат. В рамках представления, допустим,
в магнитном поле, другой результат. В рамках механических представлений, третий результат. А для практика нужен конкретный один результат. Какой взять? Непонятно. И вот эти противоречия привели к необходимости найти какое-то единство между ними. Ну, оказалось, что когда было введено второе магнитное поле, сразу разрешились многие противоречия. Это нарушение третьего закона механики, электродинамики. Это парадокс. И до настоящего времени не разрешен в обычных концепциях. С учетом второго магнитного поля парадокс сразу разрешается. Дальше. Противоречие связано с энергией движущего заряда электрона. Там, что при движении возникает, что мы тратим работу на кинетическую энергию, на самом деле эта энергия представляет собой не что иное, как энергия магнитного поля. И представление электромагнитной массы, которую необходимо здесь ввести, приводит нас к необходимости допустить, что масса электрона полностью электромагнитного происхождения. То есть гравитационным свойством электрон не обладает. А вот это полное представление возможно только в том случае, если вы введете второе магнитное поле. Потому что без второго магнитного поля получается соотношение 2/3. То есть энергия магнитного поля соответствует 2/3 кинетической энергии. Когда вы введете еще второе магнитное поле, энергия его равна 1/3 кинетической энергии. И получается целая единица. И здесь противоречие разрешается. И большое количество противоречий упирается с введением второго магнитного поля. И, кроме того, сами уравнения Максвелла существенно изменяются. Прежде всего, уравнение Максвелла и концепция Максвелла была построена на представлении об одном магнитном поле, потому что на том этапе физики было известно только об одном магнитном поле. И поэтому он и не мог ввести второе магнитное поле. Он вывел уравнение для того, чтобы было известно. Но, что интересно, надо отдать должное Максвеллу, он предупреждал, что выведенные им уравнения не являются полными. Они не решаются для отдельных зарядов, для отдельных элементов тока. И вот эти ограничения, как раз вот в этих ограничениях, особенно сильно проявляются противоречия, которые в электродинамике наблюдаются. Эти противоречия экспериментально уже прощупывались на заре начальных представлений физики. Ампер с ними сталкивался уже впервые, и Ампер первый, более того, ввел представление даже понятия о продольной магнитной силе, что кроме обычной магнитной силы должна существовать продольная сила. Но он эмпирически, исходя из экспериментов, обнаружил, что такая сила должна быть. Написал даже формулу. Но для других случаев она была неприменима, потому что он не обосновал фундаментально. И поэтому вынуждены были формулу его забыть. И как только забыли формулу, опять противоречия остались в физике неразрешенными. И кроме того, из уравнения Максвелла следует необходимость существования электромагнитных волн поперечных. То, что нас в школе учили, что электромагнитные волны могут быть только поперечные, с учетом второго магнитного поля сразу получилось, что, оказывается, могут существовать и продольные электромагнитные волны. И в такой же степени они естественные, как обычно поперечные. Здесь я покажу, как раз в живом виде, что эти волны существуют. Вот. И исходя из новых концепций, и самое главное, и самое важное, что уравнение теперь удалось связать со свойствами среды физического вакуума. Ну, среда физического вакуума – это настолько важный параметр в настоящее время, все уже вроде признают. Правда, подходы совершенно разные, и во многом нет единства в концепциях, но, тем не менее, об этом говорят. Так вот, связать со свойствами вакуумной среды уравнение удалось только с помощью двух типов магнитных полей и с учетом того, что эти поля определяются по принципу близкодействия тока через ток смещения. В уравнениях, вот новых уравнениях, уже токов переноса нет в правой части уравнения. И поэтому здесь в точке зрения математики корректные уравнения получились и тому подобное. Короче, из единства представления и возможности завязать уравнение с током смещения вакуумной среды получились единые уравнения, описывающие связь зарядовой структуры и с вакуумной структурой. Исходя из этих концепций, разрешились многие противоречия, парадоксы, все прочее и так далее. Ну и самое главное, открылся принципиально новый подход к использованию второго магнитного поля в различных областях науки и техники. Оказалось, что второе магнитное поле – это такое же свойство обычное, как и обычное магнитное поле. Вот обычное поле – это два кольцевых магнита. Северное поле и южное. То есть магнитные поля притягиваются. Здесь можно нарисовать эквивалентные токи. Амперовский, я могу вместо магнита взять контура токовые. Они тоже так же будут притягиваться. При токах здесь одного направления. Параллельный ток притягивается. Антипараллельные токи отталкиваются, и магниты отталкиваются. То есть эквивалентные токи здесь противоположные и отталкиваются. Если поставлю эти контура перпендикулярно, или токи перпендикулярные, то магниты взаимодействовать не будут. Вот сейчас нету силы взаимодействия.
Вот момент есть, а взаимодействия нет. Потому что в физике известно, что токи перпендикулярные не взаимодействуют. Вот то, что в физике известно. Вот это обычные магнитные поля. Вот эти магнитные поля были известны при Марселе. Но дело все в том, что здесь рядом есть и второе магнитное поле. Но чтобы его выделить, надо знать, как с ним оперировать. Как нужно поставить, что надо сделать. Так вот, когда я понял, в чем причина второго магнитного поля, как его сделать, оказалось, достаточно такой же магнит взять, разрезать его пополам и перевернуть. Здесь два магнита, но они создают токовую структуру примерно такую, чтобы по оси как бы я ввел еще один ток. По оси идет ток, а здесь они расходятся. Кольцевая структура здесь и здесь оставлена неизменная, та же самая. И потом те законы, которые были для кольцевой структуры, остались те же самые. Пожалуйста. Притяжение. Магниты притягиваются. Так, либо отталкивание. Вот они отталкиваются. Здесь токи противоположные. Вот нет притяжения. Так? Но дело в том, что здесь появилась еще одна сила, которой раньше не было. Я поворачиваю перпендикулярно. Магнит висит на втором магните. В том положении, когда вообще не было никакого взаимодействия. Вот сейчас магнит висит практически на продольной силе. И то, что он, даже не то, что висит, но и даже фиксируется в плоскости. Вот эта вторая сила, это вполне реальная сила магнитная, но она чуть слабее для реальной конструкции, связана просто с геометрией. Для отдельных элементов тока эта сила один к одному равна поперечной силе. То есть поперечная сила Лоренца равна вот этой продольной. Но за счет геометрии такая ситуация, что поперечные силы при токах параллельных, они расстояние, за счет расстояния везде одинаково между проводниками, сила очень велика. А если возьму два таких же проводника, поставлю перпендикулярно, то между ними будет существовать и продольная сила. Но за счет того, что расстояние до проводников постоянно увеличивается от одного проводника, то расстояние, то получается суммарно всех чуть поменьше. Но она реально существует. И в некоторых конструкциях эту силу вполне реально можно использовать. И чтобы показать, какие-то свойства проявились у этого магнитного поля, мной проведено десятки экспериментов. Вот здесь показаны ряд устройств экспериментальных. Начиная с амперовского эксперимента. Амперовский эксперимент заключается вот в такой P-образном проводнике. Вот там внизу он нарисован, его не видно. P-образный проводник. И включенным источником тока на конце. При включении тока проводник приходит в движение. Это не видно? Вот это P-образный проводник. Если вот здесь скользящие контакты сделать, вот как там на нижнем рисунке, то вот этот проводник приходит в движение. Так вот, ампер столкнулся с странным парадоксом, что при движении на этот проводник действует сила, которая на три порядка больше, чем расчетная сила. На три порядка. Физики не могли понять откуда. И единственное, что они пришли к выводу, как бы вот эта сила этого проводника действует на вот эту силу, вот она, лоренцская, есть, жестко связана с ней. Этот проводник движется и увлекает за собой тот проводник, который на него действует. По закону Мюнхгаузена тянет себя за волосы. В механике это недопустимо. Нарушение законов механики. Грубейшее. Поэтому ампер не пошел по этому пути, хотя многие физики вынуждены были пойти по этому пути. И он пришел к выводу, что здесь что-то такое не то. Но это самое главное, что он обнаружил одну интересную вещь. Что в эксперименте у концов проводника обнаружились какие-то струи ртути. То есть при движении ртуть как бы отбрасывает от концов. И вот здесь у него возникла мысль, что сила возникает не в перемычке впереди, жестко связанной, а именно вот здесь на концах проводника. И действует вдоль конца обратно. Ртуть отбрасывается в одну сторону, а сила действует в другую. Но сила является продольной этому контуру. И вот здесь он ввел понятие продольной силы. Что эта сила продольная, действует вдоль контура, и она существует. Потому что хорошо объясняет его эксперимент. Разрешить противоречие, связанное с амперовским экспериментом, но я взял за основу наиболее такой наглядный эксперимент, на чем споткнулся человек, экспериментатор. В амперовском эксперименте я решил просто проанализировать все его отдельные силовые эффекты,
Но чтобы выявить вот эти продольные силы, Ампер предсказал наличие вот этих продольных сил. Но когда я из теории обнаружил, что эти силы действуют на углах эквивалентно, здесь сжимают, то я решил тогда разделить эти проводники боковые на две половинки. И здесь сделать скользящий контакт. Это через жидкие электролиты или другие. И более того, все элементы я сделал подвижными так, чтобы предоставить возможность двигаться проводникам под действием тех сил, которые на него действуют. Ну, естественно, поперечная сила на этот проводник приводит его движение сюда. На вот эти проводники действуют и поперечные силы, обычные, то, что известно, но и продольные. Но поперечные силы нас не интересуют. Они будут по сторонам. И поэтому, чтобы скомпенсировать, у меня поставлены диэлектрические перемычки, и они убирают эти поперечные силы. А вот продольная, которая остается здесь, она заставляет двигаться проводник в обратную сторону. И все стало на место, что действие равно противодействию, но здесь сила поперечная, а здесь сила продольная. И этим сразу решаются парадоксы. Ну, на базе этого были построены устройства экспериментальные, где проводники отдельно двигались, где несколько проводников двигались, вот экспериментальное устройство. Потом ряд устройств, моторчики, генераторы были сделаны на второй силе. Вот как раз вот этот уникальный мотор, неполярный генератор. У меня есть авторское свидетельство на это устройство. И, кстати, история сейчас, она протянулась уже настолько далеко, что за рубеж уже пытается повторять. Вот это генератор мотора, вот это кольцо, это проводник, который вращается. В рамках традиционного представления, если магнитным полем действовать на кольцо, то на любой элемент тока должна действовать сила по радиусу. Вращать не должна. И поэтому в рамках обычного представления невозможно понять, почему кольцо вращается. Потому что из векторного произведения следует, что лоренцкая сила всегда должна быть перпендикулярна кольцу. А с учетом того, что существует вторая сила, я знаю, как ее сделать. Кстати, вот этот магнит тоже разрезан пополам, потому что я выделил ту компоненту продольную, скалярное магнитополе, и в этом поле у меня кольцо вращается за счет вот этих продольных сил. И получается, что это кольцо вращается при действии на ток в кольце вдоль направления тока. То есть за счет продольных сил. Кроме того, были построены, естественно, если работает генератор, можно построить и мотор, на этом же принципе, обратить его. Были построены моторчики, генераторы, там подобные устройства. Вот эти самые магниты, которые были сделаны лет 20 назад, это, с этим эффектом. И, кстати, по этим магнитам, вот эти магниты были сделаны лет 20 назад. Меня интересовала физика. Я знал прекрасно, что вот таким способом, разрезав магниты пополам, я выделяю скалярное магнитное поле. У меня здесь локализуется скалярное магнитное поле. Я знаю, как его усилить. Я знаю, как выделить эту силу. Поэтому такая обмановка дала возможность выделить эту силу. И в экспериментах я показываю, что действительно в этом поле вращается проводник вдоль тока, вопреки законам и тому подобное. Но дело в том, что оказалось, что вот эта такая конструкция обладает уникальными свойствами медицинскими. Что вот этот магнитное поле обладает медицинскими свойствами, биологическими. Вот. И, ну, это целая история, опять же. Сначала я не придавал этому значения, просто не занимался медициной. Но просто публикация в журнале, один товарищ занимался лет 20 магнитотерапией, и случайно пришел к выводу, что вот одно магнитное поле лечит. Ну, как любой искатель, он пытался найти метод более эффективного лечения. Начал комбинировать. А как бы сделать так, чтобы этот магнит лучше лечил людей? А в магнитотерапии очень много есть противоречивого, непонятного. Этот метод еще научно, как говорится, не признан, потому что они дают противоречивые результаты. И начал искать эффективный метод. И вот взял один магнит, второй, третий, и вдруг обнаружил, что если вот этот магнит, магнитное поле этого магнита скомпенсировать рядом стоящим другим магнитом, скомпенсировать, то оказалось, такая комбинация лечит на порядок лучше. Ну, естественно, он уже придумал конструкцию под производство, там, чтобы организовать производство. В 1991 году это было дело. Уже и деньги были, а после этих всех изменений деньги все полетели, все, финансы рухнули. И он разозлился, взял, опубликовал статью. Там материал тоже есть. Статью, и где вот такая фотография появилась, что такой магнит, люди, чтобы люди лечились, лечитесь, вот такой как комбинация. Когда я посмотрел, я понял, что он сделал. Он усилил, сделал это скалярное магнитное поле. И более того, 20 лет назад вот эти магниты, которые сделаны, это более эффектный магнит, чем то, что он предлагает.
А потом через некоторое время я листаю медицинскую литературу, нахожу ссылку, и там нарисован точно такой магнит, разрезанный пополам. И назван магнит медицинский 2N, 2K. Медицинский. Но теорию никто не знает. Я знаю, в чем дело. И более того, это не более эффективная это форма. А более эффективная, вот я предложил в магнитопоясах, где вообще обычно магнитополе вообще отсутствует. Там кольцевые элементы вот в этих поясах. Внутри вот это кольцевые элементы, у которых магнитное поле обычно вообще отсутствует. Но есть только лишь второе магнитное поле. И вот это второе магнитное поле, лечебное, оно здесь выделено для того, чтобы действовать биологически активно, стимулировать. Но то, что магнитное поле это является стимулирующим, мало того, что оно в физике проявляет целую кучу феноменов, целый ряд устройств можно изготовить, там устройство МГД-генератора, у меня тоже авторское есть на него, плазменные двигатели нового типа и все прочее. Ну и в медицине оказалось целое направление открывается. Вот это то, что второе магнитное поле активно, естественно, меня заинтересовало. Я стал проводить эксперименты. Вот здесь экспериментальный установок, это результаты одного из экспериментов. Воздействие скалярного магнитного поля на семена. Вот это семена пшеницы. Контрольный засев. Так, сейчас, кто-то пришел. Вот это контроль. Без действия магнитного поля. Вот это действие обычного магнитного поля, а вот здесь был источник магнитного поля скалярный. И через неделю результаты такие, что здесь и здесь практически прорастание не обнаружено, а здесь было прорастание порядка до 2 см доски. Когда я обнаружил такой эффект, мы сделали здесь отчет. Отчет на бактерии. Кстати, вот этот магнит в медицинском поясе, вот такого типа магниты. Магнитное поле все находится внутри. А снаружи обычно магнитное поле нет. Но зато вот эти кольца индуцируют вот это скалярное магнитное поле, от которого вот такое действие мощное на растение. Мы провели эксперименты на бактериях. Вот здесь отчет. Это с клиники Савиных. Чернощеку проводил эксперименты. Здесь опять же результаты контрольные. Это в обычном магнитном поле, а это в скалярном магнитном поле. Через двое суток разница между этим обычным магнитным полем и вот этим на 2-3 порядка. То есть более интенсивно растут микробы. То есть слабые магнитные поля стимулируют. Но, как я отметил, биологическая активность проявляется в том, что слабые поля стимулируют, но зато мощные поля могут и убивать. То есть свойства магнитного поля оказались очень уникальны в том плане, что на микробиологии, переходя на микробиологию, когда мы их проанализировали, живая клетка оказывается устроена так, что в центре клетки заряд один, по поверхности другой, она по структуре, в плане физики, не индуцирует ни электрических, ни магнитных полей снаружи, в статике. Снаружи этой клетки по теореме Гаусса нет ни электрического, ни магнитного поля. Но внутри есть поле. И стоит возбудить клетку, как заряды в центре и на поверхности изменяются. Это изменение тоже не приводит к появлению ни электрических, ни магнитных полей снаружи. Но зато снаружи меняется поле электропотенциала. И вторая производная его, как раз второе магнитное поле, тоже меняется, рождая продольную электромагнитную волну. То есть живая природа так устроена, что создавая поля внутри мощные, она пытается не мешать соседям своим. Но когда получить информацию или передать, она передает только лишь в случаях за счет вот этих продольных волн. То есть продольные волны и скалярные магнитные поля оказались сродни информационному полю вот этой живой клетки, электромагнитному. Не исключено, что если информация передается на других каких-то полях. Но электромагнитные – это вот эти продольные волны. Поэтому продольные волны, продольные вот эти вот поля, скалярные магнитные поля, оказались более эффективно действующими на биологические объекты. Ну, исходя из чисто так, медицинских направлений, а исходя из чисто физических направлений, тут представлена целая серия устройств, наглядных пособий для школ, вузов, которые демонстрируют наличие вот этого нового свойства магнитного поля. Ведь этому надо учить. И везде показывает, что такое магнитное поле существует. Вот это экспериментальная установка. Это наглядное пособие для школ, вузов, которое демонстрирует свойства, необычные свойства скалярного магнитного поля. Здесь два магнита. Вот один и второй.
И посередине между ними, полюса у них направлены в разные стороны, посередине между ними, как раз посередине, магнитные поля компенсируются. Они направлены противоположно. И поэтому вот здесь прямая проведена прямая. Как раз в этой плоскости, если я помещу какой-то ферромагнитный материал, вот это ферромагнитный материал, не намагничен, обычно ферромагнитный материал, то я наблюдаю, что здесь никакой силы нет взаимодействия. Нет ни притяжения, ни отталкивания. Но из теории я хорошо знаю, что вот здесь, где скомпенсированы магнитные поля, одно и второе, максимум скалярного магнитного поля. Вот здесь находится максимум. Но с обычным железом второе поле не взаимодействует. Зато оно взаимодействует с током. Если вместо вот этого магнита помещу здесь контура с токами, то сразу я обнаружу силу взаимодействия. То же самое можно сделать, если вместо обычного феррита я его замагничу и создам вот эти токи, как бы эквивалентные токи амперовские. Вот. Если я возьму, допустим, то это точно такой же ферромагнитный материал, как вот это, точно, но только намагниченный. То есть здесь созданы эквивалентные амперовские токи. И стоило мне поместить в этой же плоскости, там, где нет обычного магнитного поля, вот такую конфигурацию, я обнаружил наличие силовых эффектов. Либо отталкивание, переворачиваю систему, будет притяжение. То есть возникает сила взаимодействия в том месте, где, в общем, суммарное поле скомпенсировано. Второе устройство экспериментальное, которое показывает уже в живом виде наличие вот этой продольной магнитной силы. В этом устройстве по оси просверлен канал. В нем находится жидкий проводник. Это сплав висмута. При каком температуре сейчас жидкий. В этой системе по оси просверлен канал и находится жидкий металл. Ток подвод к нему подводится спереди и сзади. Сделаны два вертикальных канала. Жидкий металл, сплав висмута, при каком температуре он жидкий сейчас. Если я, допустим, подключу ток, то подкрашенная жидкость здесь сверху за счет наличия продольных сил здесь, допустим, поднимается, а здесь опускается. Значит, сила действует сюда. Я поворачиваю направление, это, измеряю направление тока, и у меня, наоборот, здесь опускается уровень жидкости, здесь поднимается. То есть возникает продольный силовой эффект, действие на вот этот элемент тока, который выталкивает жидкость сюда, и здесь уровень поднимается. Это наглядное пособие для школ, для вузов тоже о том, что такая сила реально существует. Вот есть еще одно устройство, которое показывает это действие странной силы магнитной. Это два цилиндра из магнитно-мягкого материала. Без армка. И по оси проведен, точно по оси проведен проводник. По этому проводнику пропускается ток. Ну, порядка сотни ампер. И в рамках современных представлений, традиционных, в рамках обычного магнитного поля. Все магнитное поле индуцируется только внутри цилиндров. И здесь, и здесь. И магнитные поля, они направлены в одну сторону. Допустим, что ток идет сюда, магнитные поля замкнуты здесь и здесь. Но в рамках обычным представлением. В данном случае это идеальный тороид, и все магнитное поле находится внутри здесь и здесь. Тогда эти цилиндры взаимодействовать не должны, если магнитные поля спрятаны внутри. Либо, там теоретики говорят, что здесь все-таки есть какие-то поля рассеяния. Даже давайте допустим, что есть поля рассеяния. Тогда однонаправленные магнитные поля рассеяния при взаимодействии должны дать эффект отталкивания. Потому что однонаправленные потоки отталкиваются. Следом мы должны либо ничего не наблюдать, либо должны наблюдать эффект отталкивания. Два варианта. Но если же рассмотреть эффект взаимодействия вектора Пуцава, тороида, здесь тоже тороид, с проводником, то мы сразу же видим, что это можно из формул записывать, легко записать и прочее. Мы видим, что должна возникать сила, в данном случае притяжение. Не отталкивание и при отсутствии, не отсутствие, а притяжение. Я включаю ток. Я обнаруживаю, что цилиндры стягиваются. То есть сила притяжения реально наблюдается, и вот на таких наглядных пособиях. Еще одно очень интересное устройство, их можно придумать очень много. В рамках традиционных представлений известно, что в магнитном поле, в обычном, магнит второй либо притягивается, либо отталкивается. Его невозможно завесить, чтобы он где-то повис на каком-то расстоянии. Либо отталкивается, либо притягивается. И действительно, в рамках теории обычного магнитного поля нельзя создать потенциальную яму, чтобы завесить второй магнит. Это в рамках обычного представления. Но если есть не одно магнитное поле, а два, и комбинируя их, этих,
эти два магнитных поля, можно сделать под цель яму и завесить второй магнит. Вот это устройство. У меня было два вагончика, сейчас остался один, там на виде камеры два вагончика. Устройство здесь, которое демонстрирует, что разнополярные магниты, северный и южный, не только притягиваются, но и отталкиваются. И причем это на определенном расстоянии. Ни ближе, ни дальше. Ну, исходя из вот этого простого такого интересного эксперимента, уже даже нашлась и область проложимости. Вот, пожалуйста, детские игрушки, которые используют этот странный эффект. Ну, для детей, конечно, интересно заниматься вот такими игрушками, когда нет никакой сцепки. Вот. И тем не менее, вот этот паровозик работает. Вот, пожалуйста, детская игрушка. Можно выпускать это в производство. Эта игрушка с возможностью варьировать и иметь направление. Но здесь нет никакой сцепки. Для детей это будет уже развитие мышления дальнейшего. То есть можно использовать. Это машина тяжелая, поэтому надо тянуть это сильно. Это уже устройство, где можно применить. Но это не одна область приложимости. И за счет такого дистанционного воздействия можно здесь через какую-то преграду действовать на какие-то другие устройства. И дистанционно воздействовать через преграды с помощью магнитного поля. Вот. Кроме того, из обычных теорий известно, что и в школе нас учили, что электромагнитные поля могут быть поперечны. Исходя из общих уравнений, которые были получены для двух типов магнитных полей, я сразу обнаружил, что должны быть продольные волны. И более того, в плане теории это все было известно. Кстати, и публикации потихоньку начали появляться. По другим концепциям, исходя из других предположений, люди приходили к этим же результатам. И вот мне предложили, говорят, можно ли сделать установку экспериментально, чтобы показать, что такие волны действительно реально существуют. Я говорю, да, пожалуйста. Вот такая установка экспериментальная, которая демонстрирует свойства вот этих продольных волн. Ну, известно, когда имеются рамочные антенны, вот это обычно рамочная антенна, волна, которая излучается от такой антенны, вектор поляризации находится в плоскости антенны и распространяется перпендикулярно направлению перемещения. Если я помещу в этой плоскости другую антенну, также перпендикулярно, то я ловлю сигнал. Но если эту антенну поставлю перпендикулярно, у меня вектор поляризации будет этой антенне перпендикулярно. Он не будет индуцировать ЭДС, он не может индуцировать. Поэтому антенна ничего не ловит. И при такой комбинации, при любом расстоянии, антенна ничего не поймать не может. А так она ловит, потому что обычно идет поперечная волна. Вот здесь, вот эта антенна излучающая, вот эта принимающая. Но антенна сделана очень хитро. Ну, в общем, у меня этот материал опубликован, поэтому я и говорю. Это одна рамочная антенна, это вторая рамочная антенна. И включены они в противофазе друг другу. То есть сигнал вот этой антенны уничтожается сигналом вот этим. Посередине, обратите внимание, там магнитах. Я их тоже перевернул. Одно магнитное поле уничтожает другое. Но, уничтожив одно другое, эти поля рождают продольные волны. На самом деле, мы не уничтожаем поля, мы просто... Уничтожая вот эти поперечные компоненты, мы усиливаем продольные. И вот здесь движется продольная волна. И что показать экспериментально? Вот здесь сейчас осциллограф фиксирует компоненту поперечной волны, потому что здесь ближе, этот контур ближе к этому, этот ближе к этому, я фиксирую поперечную волну. Но стоит мне поставить этот контур перпендикулярно, я, казалось бы, вообще ничего не должен фиксировать, но я обнаруживаю более мощный сигнал продольной волны. Поперечная волна от этих контуров, от этого, ничего индуцировать не может. Более того, из концепции, что это фаза, это противофаза, вот здесь суммарный сигнал вообще должен быть нулем. Он суммируется, да? Но тем не менее, как раз вот в этой плоскости и посередине, где сигнал равен обычному нулю, поперечной волны, я фиксирую максимум поперечной волны. Более того, оказалось, что поперечная волна и продольная находятся в противофазе. Существуя одновременно вот в этом пространстве и находясь в противофазе, они друг друга уничтожить не могут. Почему? Потому что это волны разной природы. Поэтому они существуют вместе в одном пространстве. И при попытке уничтожить одну волну, она трансформируется в другую. И наоборот.
И в данной ситуации, вот здесь, чтобы показать, что эти волны против фазы, вот сейчас идет поперечная волна, я поворачиваю и получаю ноль. При каком-то угле. При дальнейшем повороте у меня фаза меняется. Там, где был амплитуда была максимум, там будет минимум. То есть обращение на 180 градусов. Раз? Видно? Вот меняется фаза. Там, где было максимум, становится минимум. Вот меняется фаза, и сейчас идет продольная волна. И еще один момент, который подчеркивает свойства этой волны. Вот от данной антенны, как я сказал, идут противофазные поперечные волны. Поэтому если я начну антенну отодвигать дальше, то вот эта поперечная волна начнет очень быстро спадать, потому что они противофазы. И уже на некотором расстоянии я смотрю, сигнал полностью исчезает. Вот, пожалуйста, никакого сигнала нет. Антенна передающая, излучает сигнал. Антенна приемная, она ловит сигнал, а я ничего не вижу. С чем связано? А дело все в том, что в данной ситуации продольная волна просто скомпенсировала поперечную в антенне. И мы ничего не видим. И что здесь продольная волна есть, пожалуйста, я поворачиваю антенну и вижу, что вот она продольная волна. Она идет, но она больше поперечной, ей задавила. И более того, если теперь начну дальше отодвигать эту антенну, то я вижу, что сигнал снова появляется. Но этот сигнал уже только лишь продольная волна. Почему? Поворот уже не приводит к изменению фазы, а просто увеличивает амплитуду. И видно вот. То есть не меняется фаза. Продольная волна так максимум, а вот здесь она уже чуть-чуть скомпенсировала поперечную, которая там еще осталась, остатки ее. И дальше отведу, поперечная вообще исчезнет, останется только одна продольная. И вот такая комбинация позволяет мне передавать энергию уже продольные волны. Вот эти продольные волны оказались тоже очень биологически активными. Значительно больше степени действуют на биологические объекты человека. Вот эти продольные волны. Ну и то, целый ряд направлений связано с этой с магнитодинамикой, где практически можно найти применение. Это новые типы двигателей, МГД-генераторы. У меня это авторский на это есть. По МГД-генератору интерес был настолько, потому что уникальность этого МГД-генератора такова, что в этом генераторе устраняются многие паразитные эффекты обычных МГД-генераторов. Краевые эффекты и тому подобное. Я был в ТАНе, в НИНе был, в экспериментальной МГД-электростанции там, интересовались моим устройством. Но я, как теоретик, я предлагал свое устройство. Но они, инертные мышления, работают у людей, колебались и прочее. Хотя я делал расчеты, и для машины делали расчеты, что есть эффективность. Но риск. Риск людей держал, потому что там большие затраты. МГД-генераторы – это гигантское сооружение. Что-то делать, ломать было очень трудно. Но материалы положил вариант, а как там пошло дальше, не знаю. Хотя интерес у них был. То есть направление приложимости второго магнитополя очень велико. И в объеме такое же количество, как и обычно. Поэтому все эти устройства, которые мы знаем, и построены на обычных магнитных взаимодействиях лоренцких, можно сделать совершенно уже на продольных силах. Это будет конструкция отличаться от обычной. И даже сам факт, что конструкция отличается, значит, она будет применима в другой области, в более широкой области. Расширяется возможность приложимости вот этих эффектов за счет того, что мы используем силы в значительно большем объеме, чем мы знаем. И что еще интересно, даже в обычном моторе, который мы используем, вообще-то там действуют и продольные силы. И мотор, который мы используем, работает за счет продольных сил. Но опять же ситуация, что в Новочеркасске, в политехническом институте, там занимается разработкой этих моторов. И они сами вынуждены, такая ситуация, что мы вообще уравнение Максвелла забыли, придумали свои полуэмпирические формулы, которые удовлетворяют им в расчетах, и их используют. Потому что, чтобы получить согласие. А в действительности получается, что в любом моторе сила, действующая на якорь и на статор, такова, что на якорь действуют силы в два раза больше, чем на статор. И получается, что если мы учтем эти силы, то нарушается закон механики. Действие не равно противодействие. А почему? Да потому что продольные силы эти не могут быть учтены. Они существуют, и как раз они дают действие противодействия. Но в моторе они учитываются. И если корректно рассчитывать даже мотор, мы даже в моторе должны учитывать и продольные силы. И более того, можно сделать мотор специально только на продольных силах, а это будет конструкция совершенно другой. Ну и большая область приложимости этих эффектов.
Ну и следующее направление, которое это не связано с магнитными свойствами, а связано, допустим, со свойством вакуума, это попытки воздействовать на вакуум среду. Но эта проблема очень серьезная, очень интересная. Учитывая, что запасы энергии в вакуумной среде очень громадные. Кстати, вот на этом симпозиуме, который в Петербурге был в сентябре, и там доклад мой фигурирует. Самому не удалось поехать по причине, опять же, финансовым. Доклад был как раз по инерционной массе и законам инерции. И из этой концепции об электромагнитной массе я пришел к выводу, что инерционные свойства вакуумной среды настолько грандиозны, что соответствует колоссальным запасам. Ну, я коротко говорил, что 1 сантиметр кубический в концепции электронно-позитронный пар вакуумной среды, потому что этот концепт вообще не полный. И, кстати, когда-то на симпозиуме там была дискуссия с Шиповым, там один как раз сказал, что плотность вакуума 10-80 степени в одном сантиметре кубическом. Но подходы разные, дают разные результаты. Если даже остановиться на концепции электронно-позитронных пар, что вакуум — это электронно-позитронные пары, то в этой концепции получается, что не плотность, а электромагнитная инерционная масса вакуумной среды в одном сантиметре кубической соответствует 10-18 тонн. А Земля соответствует 10-15 тонн. Или килограмм. Ну, короче, на 3 порядка больше масса Земли. 1 сантиметр только в этой концепции. А концепции другие, которые структуру вакуумной среды более тонкой составляет, это коэффициент растет. Но учитывая, что такие колоссальные запасы, представляется интерес, как же подступиться, чтобы использовать этот запас. И вот здесь как раз новое представление электромагнитных свойств вакуума позволяет в какой-то степени уже прощупать, как может это воздействовать. У меня были уже предпосылки еще лет 10-15 назад, каким способом это можно было воздействовать. Где-то в 1987 году я уже предлагал способы резотронных пушек вакуумных, типа торсионных генераторов импульсных. Это вот устройство, которое здесь находится. Вот это еще очень старая конструкция. Это импульсная пушка вакуумная. Это типа торсионного генератора Шахпаронова. Я тогда еще не знал и шахпароновские идеи, и прочее. Я, исходя из своей теории, точно знал, что такая система работает. Это система кольцевого типа. Вот эти макеты устройств уже нового типа генераторов структур. И там еще другие макеты есть, которые сюда не попали, потому что все невозможно собирать было. Не было где вместе хранить все эти устройства. Генераторы, которые могли позволять уже действовать на вакуум, с помощью вакуума на гравитационную силу взаимодействия. Потому что хорошо известно, что из патента французского, там примерно такая система была, электростатическая. Поэтому, когда я с таким встречался, я ему сказал, что не механическим способом надо действовать на вакуум. И, кстати, я из рисунка показал, что механический способ очень малоэффективен, что надо электромагнитными способами. И вот есть французский патент, там, например, такая исковая система, ну, значительно большего размера, подключается потенциал, и система находится в статике. Но через некоторое время в пространстве около этой системы фиксируется какое-то странное поле, которое действует на биологический объект, на человека. Человек ощущает какие-то поля. Это по французскому патенту. И более того, в пространстве вот такой системы вес гравитационных тел или гравитирующих тел уменьшается. То есть вот это поле действует на силу гравитации. Исходя вот этот концепт, как раз мной было предложено, кроме таких генераторов, генераторов еще, как раз возможно еще и. Кстати, мне ссылка дали, я ссылался, что понятие торсионного поля вообще-то сформулировано несколько некорректно так. Потому что есть спиновое взаимодействие, есть эффекты через вакуумную среду, создание каких-то динамических эффектов в вакуумной среде. Поэтому даже там в рекламных проспектах я акцентирую момент на возможности воздействия на вакуумную среду. Вот. И кроме таких эффектов, когда вот эти торсионные поля воздействуют на вакуумную среду и изменяют силу гравитационного взаимодействия, то, что меня как раз больше интересовало, вот в этом направлении, как раз, наиболее интенсивно и меня пока направлены мысли. Ну, кроме такого типа эффекта торсионных полей, можно создать и мощный генератор торсионных полей. Уже по данному направлению. Это вот то, что я запланировал, вот эти устройства, вот это торсионный генератор, который. Освещение.
Вот. Здесь такой же будет один как генератор, а второй будет как приемник. Это силовая часть будет, это будет канал управления. Через металл торсионные поля должны проходить и воздействовать на систему, на датчика. То есть проблема датчика очень велика. Есть несколько вариантов конструкции датчиков, но требуют финансовых хороших вложений, потому что там связано с инструкционной системой, с оптической системой и все прочее, и так далее. Там требуются финансы, но финансы никак не удалось мне выйти на людей, которые могли бы профинансировать. И поэтому только все много остается в разработках, в идеях таких. Ну и что касается вот этих продольной связи, по продольной связи экспериментально были показаны устройства, что возможно связь на продольных волнах, она более эффективна, потому что продольные волны более лучше проходят через металл. Но не как торсионные поля, это еще по-другому. Но мы должны все области использовать оптимально, то есть и в том числе электромагнитного. И первые экспериментальные результаты прохождения волн через боковые экраны, есть протоколы испытания, то есть проведены. Но дальнейшие испытания были просто торможены, потому что из-за отсутствия финансов. Вот, и по этому направлению надо провести след, потому что подводная связь для подводников тоже очень нужна. В принципе, можно на электромагнитных волнах и делать и подводную связь, и уже есть некоторые предпосылки к этому. Но для этого нужны какие-то вложения. Потому что при малых возможностях, конечно, трудно делать. Ну, естественно, тут то, что я обосновался при заводе, многие наработки, которые здесь на заводе имеются, вот, допустим, это молоток выпускается на заводе. Молоток. Вот это ударный элемент этого молотка. Я им показал, что эффективность здесь очень маленькая, у них порядка несколько десятков процентов, что эффективность может молотка значительно увеличить, если использовать сильнейшие магниты. Вот это точно такая система, заменяющаяся, позволяет порядка на 50-60% увеличить КПД вот этого молотка, удара его. И вот это устройство, я там экспериментировал, действительно, оно во много раз более мощно, позволяет... Либо новый тип двигателя с использованием сильных магнитов. Вот это двигатель возвратопоступательный, который позволяет, вот, допустим, создать такую систему, чтобы на гравии, вот, как, типа гравировщика. Но это уже ширпотреб, потому что приходится спускаться до ширпотреба, чтобы найти какие-то практические положимости. Ну и самое главное, что вот, интересно, что с заводом завязались, это вот этот вентилятор-резонатор. То есть можно гнать воздух не только с помощью пропеллера, и, как обычно, традиционной крыльчатки. Оказывается, можно чисто электродинамическим способом создавать систему. Вот это в этой трубе ничего нет, абсолютно просто включаешь напряжение и гонится ветер. Вот это уже более мощная система. И самое главное, она эффективна. Вот при мощности 200 Вт эта труба дает производительность потока до 2000 метров кубических час. Такая же эквивалентная труба, допустим, чисто механическая с пропеллером, процентов на 50 тратит даже 70, тратит больше энергии. Почему? Потому что большая часть энергии идет на вращение потока. Я специально даже по заводу выпускаю вентиляторы, посчитал там у меня 20, на 20 кВт. Я сказал, что при 1 кВт я могу получить ту же самую производительность потока. Но меня удивило, почему 20 кВт у них тратится. Я посчитал. Когда я посчитал окружную скорость вращения пропеллера, она порядка там, чуть ли в 10 раз превышает поступательную скорость, а кинетическая энергия зависит от МВ квадрат, и получилось, что вся энергия мы вкачиваем практически во вращение потока. А выходя из этого, вращение диффундируется, и остается вот этот поступательный поток. То есть малая часть идет поступательной, и большая часть на вращение, что теряется в теплоте. А здесь создается ламинарный поток. И вот эта труба, я смогу продемонстрировать, как она работает. И самое главное, без всякого шума. Без шума. Вот, пожалуйста, труба. Дает она, естественно, озон. Очень легко регулируется мощность. Вот. А сейчас уже под промышленный образец, сейчас уже изготовляется для птичников, для овощехранилищ, для сохранения продуктов и прочее. Такие же варианты разработаны настольного типа для квартир, озонаторы. И вот такими вот ширпотребами, теперь насчет подшипника, вот это тоже еще один вид ширпотреба, как говорится, нужда заставляет. Ну, известно, что... Да, надо перенести в другое место. Так, а если просто буду брать... Просто подшипник.
Так, ну и еще одно направление, это магнитные площадки. Ну, естественно, зная возможность управления, разные варианты оптимального, у меня возникла мысль, чтобы сделать магнитный подшипник более эффективный. На полюсе у нас предприятие закрыто было, как мне сказали, там 20 лет занимались магнитными подшипниками, и сделать магнитный подвес очень мощный, силовой, не удавалось. Ну, там десятки грамм только вывешивали, а больше нельзя. А причина кроется в том, что вообще-то в плане теории очень хитрость. Вот пытались сделать подушку магнитную, действуя на сердечный магнит с двух сторон. Но ситуация хитрость такая, что мы с этой стороны подпираем очень сильно, и с этой стороны очень сильно. И за счет этого эти силы на якоре компенсируются. А за счет того, что мы эту силу магнитную компенсируем этим, то этот якорь, получается, начинает плавать между полюсами. То есть усилие между полюсами очень слабое. Хотя силы давящие колоссальные, но они друг друга компенсируют. И вот этот парадокс, никак нельзя было от него уйти. Надо очень резкие градиенты делать и подобное. Но учитывая, что есть два вида магнитополя, и комбинируя их, можно создать какие-то условия, я прошел по пути несколько по-иному, и в конце концов сделал магнитоподшипник. Вот этот магнитоподшипник, то, что традиционно, он шумит. При больших раскрутках очень сильный шум, все прочее. Был на шаре подшипниках, говорит, их ругают очень за то, что подшипники их не шумят. А вот в этом системе, ну, это экспериментальная модель, показывающая, что действительно можно вывести систему, что она вот висит в пространстве, но она не отбалансирована, тут многие нюансы, но тем не менее висит в пространстве, а вот здесь уже нет ни одного шарика. Вот в этом маховике, и при раскрутке он настраивается, точно. Вот этот маховик вращается до 20 минут. Это было зафиксировано при настройке и все прочее. Но это уже показано было практически, что эта система можно применять в двигателях, магнитный подшипник. Вот мягкая подвеска, то есть висит в воздухе магнитный подшипник. И то, что можно применять вот этот магнитный подвес, вот это силовой эффект уже, то есть порядка полкилограмма висит в воздухе на магнитоподшипнике. А вот эта система уже показана, что даже якорь может завесить на... То есть конструкция очень настолько компактная, что можно завесить, тихонько надо, потому что можно завесить даже на якорь, но это все пока макеты, потому что здесь мягкая связь, и поэтому, чтобы подвести усилия, снять усилия, надо, опять же, с помощью каких-то новых методов магнитных, это нидерские работы. На нидерские работы на заводе денег нет. И вся эта проблема опять зависла. То есть доводить эти работы надо. Ну и еще одно направление, использование новых эффектов с магнитами, были изготовлены новые омагничиватели воды, магнетронные генераторы, но с учетом уже второй продольной компоненты, которая действует биологически активно на всевозможные системы. Во-первых, это более мощное замагничение жидкости, увеличение свойств по выпаданию там осадков и подобного, в нефти, нефтепродуктов, изменение свойств жидких составов. Вот. Ну и в том числе и биологические эффекты. То есть это здесь выделены компоненты биологически активные, которые изменяют свойства жидкости, стимулируя росты. И такие устройства тоже предложены. Ну и все зависает из-за отсутствия финансирования. Ну, сейчас, как может, финансы получим. Ну, еще одно направление, которое уже тут появилось интерес на уровне даже властей, администрации, это теплогенераторы. Ну, идея, почему я занялся теплогенератором, это, опять же, близко к идее использования вакуумной среды, энергии вакуумной среды, и связано с идеей теплогенератора Потапова, Титаева и тому подобное. Когда я понял, что можно получать такие энергии за счет вакуума, и такие уже факты есть, это генератор Баумана из Швейцарии, который работает, не потребляя энергии, там уже до 30 кВт спроектирован макет. И то, что у Потапова получалось там 300-400 КПД процентов, я не сомневался, что вполне возможно, там какие-то косвенные эффекты приводят к тепловым эффектам, вот от этого феномена, и наблюдается больше КПД.
Но Потапову тоже никто не верил. И в конце концов он добился, до 400% догнал, были какие-то представители за рубежа, и вроде бы он запустил в производство свою систему. Меня это, конечно, очень заинтересовало. И когда я узнал, что один из заводов находится здесь недалеко от нас, в Топки, вместе с главным инженером завода мы съездили туда, чтобы посмотреть этот генератор. Генератор там порядка на 45 кВт, который механическую мощную энергию создает струю. Эта струя на лопатках тормозится и превращает кинетическую энергию в тепло. Но у Потапа первоначально были эффекты магнитного действия там. Здесь же отсутствовало. И в этой системе предполагается, что в этом процессе трансформации как раз происходит какая-то добавка энергии от процессов, которые пока еще нам неизвестны. Когда я узнал на заводе, какой КПД, я говорю, какой конкретно у вас КПД вот здесь на этой установке? Они говорят, 60-70%. А где остальные, которые обещал Потапу? Говорит, ну, мы с ним спорили, все прочее, отсылает меня к Потапову. То есть на производство, либо это ноу-хау не пущено, а это ноу-хау действительно очень большое. И учитывая, что Потапов вышел на военных, не исключая, что оно действительно было не пущено в производство. Но тем не менее, директор этого завода настолько заинтересовался генератором, говорит, а может нам дублировать его, потому что они уже сотни их выпустили, имели прибыль. Я говорю, зачем выпускать вот эту громилу? 45 кВт создавала такую вибрацию, что никакой частник, никакой для коттеджа себя не возьмет, она растрясет весь фундамент. И при этом шум там невозможно было говорить. Я говорю, можно создать циркуляцию воды без шума, и при КПД до 100% получить тот же самый эффект. Он говорит, не может быть. Я приехал, сделал макетную установку. Вот установка на 2 кВт, которая создает и циркуляцию жидкости, и КПД 99%. Вот эта система, вот, включаешь систему, так, и... И вот видно, что создает циркуляция жидкости, и очень быстро нагревается. Буквально сейчас это через минуту уже будет эта вода дымиться. Вот эта система, новый тип теплогенератора, бесшумный. Для коттеджа это будет очень хорошо. Вот такую систему сейчас заинтересовалась мэрия. Если мы сделаем хотя бы такой, но пока не будем говорить о свободной энергии, допустим, хотя бы такой генератор, это будет уже продукция. За счет нее мы можем иметь деньги, чтобы делать вот эти научные проблемы решать. Потому что невозможно найти какой-то источник финансирования для науки. И вот такая система, вот уже прогревается вода. Это когда она задымит немножко. Вот поток довольно интенсивно, очень хорошо. То есть это КПД порядка 2 кВт. Мы спроектировали уже... КПД какое? Не КПД, а мощность. 2 кВт, вот уже дымит. Мы спроектировали сейчас на 20 кВт. Вот уже вода теплая. Очень быстро нагрев воды. Да, можно потрогать. Вот такой установка. И сейчас вот мэрия сейчас пытается найти финансирование. Опять очень трудно. И вроде хочет, и прямых денег нет. Ну, это резонаторы, которые, допустим, без шума, все прочее, работают, для того, чтобы поместить их в автомобиль. Но уже за фильтром, это новый конструктив, и здесь уже и наш автомобильный промышленность заинтересован, вот это для автобуса уже вариант придуман. Так. Но, опять же, трудности были с тем, что финансирование начального вложения, вот это все делали за счет своих возможностей. А такого получить финансирование не удавалось. И вот это, то, что идея оказалась очень верна, потом, в конце концов, мы вышли на автовазах и завода, они оказались, что, в общем-то, такую идею японцы уже начали использовать. И они сейчас сами стали в тупике, что не могут уже перехватить инициативу. Но это наш конструктив, и если бы развивали мы его, это был бы наш конструктив. Вот такие возможности и все время ограничивают. Копировать заново. Хорошо. Это надо копировать. Не вот это, чтобы сейчас, Вячеслав Николаевич, и это я тоже считаю. Выступление Паши, которое я дал перед этим самым. Так вот, да, потому что дело разворачивается так. Он в течение января месяца по вот этой проблеме. А вы про это говорите? А я про Лунева
Лунёк. И скажут, поэтому они мне разблокировали. Пусть это я не отработал. Сейчас пойдет о новых свойствах пространства, о закономерностях, об электромагнитных явлениях в пространстве. Ну, в данном случае это является результатом работы порядка более 30 лет уже занимаемся этим исследованием. И объем работы очень большой. Здесь представлены некоторые работы. Это циклы работ по первому этапу, второму этапу. И здесь еще третий этап. И только лишь можно коротко, вкратце рассказать о всех таких основных отправных моментах, которые были исследованы и установлены. Ну, что касается интереса к проблеме свойств пространства, физического вакуума, ну, интерес проявился еще, начиная со школьной скамьи, когда, причем интерес был настолько большой, что уже с 8 класса меня освободили от уроков физики и математики, я занимался чем хотел, в свое удовольствие. Ну и это выразилось в том, что я уже на том этапе уже строил модели строения частиц, элементарных частиц. Причем некоторые модели, они сейчас даже актуальны, потому что уже будучи в университете, когда учился, обнаружил статьи американских физиков, которые предположили существование частиц с массой порядка 140 единиц нейтральных элементарных частиц, что, собственно, следовало из моих моделей тоже. Но дело в том, что для построения этих моделей мне нужна была реальная физическая среда. Я ориентировался, ну, назовем это средой эфиром или как-то физическим вакуумом, это вопрос другой. Но я ориентировался, что такая среда реально существует, и что из нее можно и, в принципе, должны строиться модели. Однако, когда уже будучи в университете, я постоянно стал сталкиваться с некоторыми выводами теории относительности Эйнштейна, о том, что, в общем-то, пространство предполагает совершенно пустое, никакой среды нет, то данные выводы все более и более как-то вызывали какое-то сомнение у меня в выводах теории относительности Эйнштейна. И поэтому, в конце концов, я взялся за исследование проблемы, связанной с теорией пространства и с вопросами теории относительности. Ну, за 2-3 года пересмотрел буквально все источники, фундаментальные библиотеки, все первые источники, старинные, времен Максвелла, Ампера, работы Эйнштейна в оригинале, чтобы конкретно выяснить, в чем же суть этой теории, почему она отрицает школьные концепции. И после длительных изучений, когда накоплен был большой материал, были анализированы многочисленные экспериментальные результаты, которые уже были известны тогда, я обнаружил весьма странную вещь, что в аппарате, математическом аппарате теории относительности, особенно специального теории относительности, в общем, ничего противоречивого найти не удалось. Это казалось настолько странным для меня, что интуитивно я чувствовал, что что-то здесь не того, что теория-то явно какая-то не соответствует реальности, но найти концов не мог. И только после длительного исследования, в конце концов, случайно, ну, мысль рождается всегда случайно, таким образом почему-то меня озарило, что, в общем-то, надо искать ошибки не в самом аппарате математической теории, специальной теории, которая является цельным, инвариантным, и если войти в этот аппарат, то никаких ошибок там найти невозможно. А ошибки оказались в том, в соответствии выводов теории с реальными явлениями, которые происходят. И вот когда я это точно понял, вот здесь-то и начали обнаруживаться все огрехи специальной теории относительности. Что теория действительно, это корректная математическая цельная теория, замкнутая теория, но она построена для абсолютно пустого, нереального пространства. Для реального же пространства явление происходит по-другому. А то, что следствия, которые следуют из теории относительности, они применимы как раз для нереальных пространств. Ну, там могут быть любые выводы и любые явления, говорится, абстрактного характера. Так вот, занимаясь уже проблемой теории относительности, мне как раз удалось установить вот эти основные свойства среды. И, кстати, все так называемые экспериментальные подтверждения теории относительности, которые на самом деле не являются такими, удалось легко объяснить в рамках представления существование этой реальной среды. Ну, следствием работы явились
две монографии по асимметрии околоземного пространства. Первая книга, вторая книга, цикл работ, опубликованных по асимметрии околоземного пространства, и заявка на открытие, которая была направлена в 1974 году и принята к рассмотрению. А также даже два авторских свидетельства на устройство, принцип работ которых основан в том, что теория относительности несправедлива. То есть как раз данное устройство подтверждает, что сильно специальная теория ограничена. Но самое главное еще при работе над проблемой свойств пространства, я натолкнулся на одну странную особенность. Когда я исследовал электромагнитное явление, которое относится к классу, опять же, рассматриваемых теорий относительности, я обратил внимание, что в уравнениях Максвелла и вообще в уравнениях аэродинамики фигурирующие там символы электрического поля Е и магнитного поля оказались на самом деле вообще-то символы разной природы. Меня это насторожило, но самое главное насторожило то, что во многих энергетических соотношениях равенство у меня получалось только в том случае, когда я подставлял вместо магнитного поля обычное выражение, которое выражают через синус Фи, выражение, в котором синус Фи отсутствует. И вот в этом случае у меня получалось равенство. Но стоит мне поставить было синус Фи, как равенство не получалось. Но тем не менее, мне уже тогда зародились сомнения, что оставить нужно именно вот это странное какое-то новое магнитное поле, без синус Фи. И я оставил, потому что у меня в этом случае выполнялось равенство. Ну, следствием было так, что были сделаны выводы, имеющие большое значение практическое, в плане того, что если бы использовали асимметрию свойств пространства, можно построить различные датчики, приборы и так далее, которые бы регистрировали вот эту асимметрию. Ну а дальше этим кончается первый цикл работы. А дальше как-то я занялся более серьезно различным явлением электромагнетизма. И, кстати, занимаясь проблемой разрядников, случайно, чисто практически, столкнулся еще с одной проблемой. Работая с разрядниками, исследуя процессы коммутации промежутка, я обнаружил, что при коммутации физических явлений, которые существуют или инициируются в промежутке, большое значение играют токи смещения. Ну, естественно, меня сразу заинтересовало исследовать этот процесс более детально и рассмотреть, посчитать количество. Это когда я начал считать, попытался найти интегральное выражение для тока смещения в разряднике. Вот здесь я натолкнулся на одну странную особенность, что известные уравнения для токового смещения оказались неприменимы. Меня это настолько поразило, я не мог понять, в чем же дело. Почему неприменимо? И поэтому, чтобы понять, в чем дело, почему токи смещения отличаются от обычных токов, я решил заняться конкретным током смещения уже для одиночных движущих зарядов. И вот здесь-то как раз обнаружилось, что если взять одиночный точный заряд, то, как известно, при движении этого заряда токи смещения замыкаются на токи переноса. В данном случае ток смещения определяется выражением df от d и имеет компоненту аксиальную и радиальную. Так вот, детально рассматривая ток смещения какой-то в одной точке и рассматривая одну только компоненту аксиальную, я вдруг неожиданно обнаружил, что это с этой одной аксиальной компонентой связано известное науке магнитное поле. Вот данное выражение. Используя только лишь одну аксиальную компоненту, найдя интегральное выражение компоненты, я нашел очень простое выражение для магнитного поля. Для известной науки магнитного поля. У меня произошло то, что, в общем-то, я использовал одну компоненту, а вторая осталась. Куда ее девать? И тут сразу возникла мысль, что другая компонента рождает что-то такое другое. И когда я рассмотрел уже другую компоненту, оказалось, что другая компонента точно такими закономерностями определяет другое магнитное поле. Если в этом магнитном поле фигурирует синус Фи, то есть это обычное магнитное поле, то в этом магнитном поле фигурирует кругом косинус Фи. То есть закономерность несколько другая.
Так, что подтверждало существование еще одного магнитополя, кроме этой компоненты, аксиальной компоненты ток-смещения? Ну, казалось бы, надо какие-то еще другие доказательства искать. Но дело в том, что в электродинамике оказалось столько много противоречий и парадоксов, что анализ из этих парадоксов показывает, что как раз в них обнаружили целый ряд противоречий, которые не могут быть объяснены в рамках известного представления. Что касается второго магнитополя, то оно дополнило некоторые моменты и некоторые изъяны, которые были в современной теории. Но прежде всего, рассмотрим хотя бы такую ситуацию, что при движении заряда в пространстве около него индуцируется поле электропотенциала, которое является сферической симметричной функцией. Производная ротор А определяет известное многие магнитные поля. И характер распределения этого поля в пространстве перпендикулярно направлению движения, то есть максимум излучения перпендикулярного направления. А на полном направлении движения заряда против магнитного поля обычного нет. Так вот, оказалось, что там, где нет обычного магнитного поля, как раз в том месте локализуется максимум вот этого второго магнитополя. То есть она как бы дополняет структуру заряда, определяя его полностью со всех сторон. Ну и дальше. Известно еще другое противоречие в электродинамике, что при движении заряда со скоростью V заряд имеет так. Что еще доказывает? Ну, во-первых, как я сказал, при движении заряда у электрона имеется кинетическая энергия, mv квадрат определяемая. Но дело в том, что при движении заряда со скоростью v в пространстве около заряда еще индуцируется, как известно, магнитное поле. Так вот, определение этой энергии магнитного поля, если мы определим, оказывается, что эта энергия составляет 2/3 кинетической энергии. То есть это часть не маленькая, а очень большая часть как бы всей энергии электрона. Но где она локализуется? Является она эта энергия дополнительной, либо она входит в состав кинетической энергии? Эта проблема физики остается до настоящего времени неразрешенной. В свое время Френкель предполагал, что вся масса электрона электромагнитного происхождения. Никакой механической массы у электрона нет. А вот эта масса М электрона – это масса электромагнитного происхождения. Но найти полное соответствие, чтобы было единица вместо 2/3, не смогли. Пытались там с помощью изменения конфигурации структуры заряда электрона найти эти изменения, но не получилось. Здесь же получилось следующее ситуация, что учитывая второе магнитное поле, если определить энергию этого магнитного поля в пространстве, она оказалась равна как раз 1/3. То есть без всяких попыток реконструирования формы электрона и все прочее, плотности его распределения, удается очень легко найти недостающую часть энергии магнитного поля. То есть то, что не хватало второго магнитного поля, видно отсюда, что и по распределению пространства не хватало, и, кстати, по энергии не хватало этой недостающей части. Но есть еще ряд моментов такого свойства. При движении заряда пространство у него, при ускоренном движении заряда, в пространстве индуцируются еще вихревые поля ЭДС самоиндукции. Эти поля, прежде всего, действуют, конечно, на сам заряд, который ускоряется. Но если на заряд действуют вихревые поля, то мы можем определить работу действия этих полей на этот заряд. Так вот, оказалось, что работа заряда в собственных полях оказывается равной почему-то не просто работе МВ квадрат, а как раз полной работе, не 2/3 энергии магнитного поля, а полной энергии магнитного поля. То есть и в данном случае работа определяется через полное взаимодействие в данном случае, а магнитное поле, которое составляет вихревое поле за счет изменения производной, да, под это, или, короче, за счет изменения магнитного поля рождается вихревое поле. Так вот оказалось, что если предположим, что рождало бы это вихревое поле только обычное магнитное поле, то здесь тождество мы не получили бы. То есть не хватало бы чего-то. То есть и в этом случае тоже подтверждается необходимость дополнения еще одного магнитополя в электродинамике. Но самое главное противоречие возникало именно в нарушении закона механики.
Если рассмотреть два заряда, которые движутся перпендикулярно друг к другу, и самое главное большое противоречие в электродинамике как раз обусловлено силовыми эффектами взаимодействия, то есть силовых эффектов взаимодействия множество явное противоречие. Допустим, при рассмотрении взаимодействия двух элементов тока, которые движутся перпендикулярно друг к другу, обнаруживается странная вещь, что на заряд, который движется на этот заряд перпендикулярно, действует сила Лоренца от магнитного поля вот этого заряда. При идеальном направлении, потому что магнитное поле имеет максимум. В то же время от этого заряда, от этого заряда магнитное поле имеет максимум в этой точке, и поэтому на этот заряд действует сила Лоренца. А вот от этого заряда, по направлению его движения, где магнитное поле определяется синусом фи, напряженность магнитного поля равна нулю. Поэтому на этот заряд никакой силы не действует. То есть явное нарушение закона механики, что действие не равно противодействию. В данном случае возможно самостоятельное движение этой системы за счет компенсации и нарушение закона сохранения энергии и тому подобное. И здесь обнаруживается, что тоже что-то не хватает. Так вот оказалось, когда было учтено второе магнитное поле, то как раз второе магнитное поле, причем по направлению движения заряда, где обычное магнитное поле равно нулю, а необычное магнитное поле имеет максимум, как там было показано, и оно взаимодействуя с этим зарядом, создает как раз ответную силу реакции, равную и противоположно направленную поперечной силе Лоренца. То есть все стало опять на место. Ну и самое главное, противоречие обнаружилось при расчете, при рассмотрении энергетических соотношений для движущих зарядов. Ну, кстати, простая вещь такая. Казалось, два заряда движутся параллельно, между ними имеет силу взаимодействия, лоренцкое взаимодействие. Но эту силу Лоренца можно определить еще несколько иными способами. Несколько способов. Прежде всего, мы можем найти энергию взаимодействия, магнитного взаимодействия зарядов, взять ее производную и снова найти силу. Энергия магнитного взаимодействия определяется через интегральное выражение, это выражение известно. Мы находим эту энергию, берем производную и тут обнаруживаем, что эта сила не равна силе Лоренца, она меньше. То есть мы берем энергию магнитного поля обычного, взаимодействие, находим работу, берем производную и не находим той силы, которая определяет эту работу. Но дело в том, что есть еще один способ определения энергии взаимодействия двух зарядов. Это через поле электропотенциала. Находим поле электропотенциала от одного заряда в точке нахождения другого, определяем энергию взаимодействия, это выражение известное, и находим работу. Производная этой работы дает нам как раз силу Лоренца. То есть вот это выражение дает силу Лоренца. То есть в данном случае получили, что вот этот метод более точно определяет силу Лоренца, вот это выражение через поле электропотенциал, чем через магнитное поле. Но в чем здесь причина? Оказалось, что если здесь учесть еще второе магнитное поле, недостающее, вот здесь под знаком вопросом стоит что-то. Так вот, если учесть вторую энергию, как раз мы получим то же место. И в этом плане все решается только в том случае, когда мы имеем еще дополнительное магнитное поле. Но особенно странным является недостаток нашего представления о том, что существует еще одно магнитное поле. Это взаимодействие вида, когда два заряда движутся по одному прямому, или два элемента тока находятся в одном проводнике. В этом случае, согласно современному представлению, магнитное поле от этого заряда в точке нахождения второго заряда равно нулю. То же самое от этого заряда в точке нахождения этого тока равно нулю. Поэтому никакого магнитного взаимодействия между ними не должно быть. Казалось бы. Хорошо. То есть формула Лоренца дает здесь ноль. Берем известное выражение для магнитного поля, для одного магнитного поля, определяем его энергию взаимодействия этих двух элементов тока и находим, что она не равна нулю. С одной стороны, сила Лоренца равна нулю, а энергия взаимодействия почему-то не равна нулю. Но с энергией взаимодействия связана работа. Следовательно, если я возьму производную этой энергии, она меняет это расстояние, я нахожу, что и сила не равна нулю. То есть, учитывая магнитные взаимодействия, я определяю, что да, два заряда взаимодействуют. А лоренцкая формула говорит, что это не взаимодействует. Но дело в том, что эта сила оказалась все-таки еще не действительной силой. Есть еще третий метод определения сил взаимодействия между этими же зарядами. Через поле электропотенциала.
Опять находим энергию взаимодействия, резко стал одного заряда с другим зарядом. Это выражение где? Берем производную частоту энергии, находим силу взаимодействия. И оказалось, что эта сила уже больше, чем сила, определяемая через одно магнитное поле, но, естественно, больше нуля, который дает форму воли. Так вот, сравнивая все это вместе, мы обнаруживаем, что то, что вот здесь не достает что-то при определении силы с помощью выражения через энергию магнитного поля, вот этот недостающий элемент, связанный со вторым магнитным полем, если мы добавим, то мы здесь получим тождество, равное с тем выражением, которое получается через этот потенциал. А сама форма Лоренца, вот для этого случая, ограничена в том, что в формуле Лоренца не хватает еще одного члена. Так, так в чем ограничивается формула Лоренца? Ну, вы здесь представили формулу Лоренца. Дело в том, что еще до, как говорится, до формулы Лоренца, когда она определилась, были, по сути дела, и другие представления. Ампер, проводя свои эксперименты с своеобразной рамкой, вот то, что было показано здесь, можешь повернуть. Так, еще при ампере было обнаружено странное явление. Когда ампер сделал такую прообразную рамку, поместил ее на ртуть, подключил ток, и рамка поехала. Когда ампер взял такую рамку, подключил к ней ток, то рамка поехала в этом направлении. Ну, рассматривая взаимодействие этих элементов, тут сразу видно, казалось бы, что вот этот проводник создает магнитное поле, которое своим давлением давит на перемычку. И этот проводник создает магнитное поле, которое давление давит на перемычку. Но дело в том, что перемычка-то связана с этим проводником. И казалось бы, законы механики не допускают, чтобы внутри системы, внутренние силы системы между двумя проводниками могли приводить систему движения. Так вот, ампер не мог согласиться вот с такой трактовкой, что формула, исходя из формулы Лоренца, то есть поперечной силы, двигает проводник. Но он обнаружил одну странную вещь, что вот с этого конца, откуда ток подходит к проводнику, в ртуть образуются бурунчики, такие вихри, как бы ртуть отталкивается от этого конца, от этого конца. И поэтому у него сразу родилась мысль, что в общем-то сила возникает не здесь, которая толкает проводник, а вот на этих концах. И поэтому и толкает ее с концов. И сила эта является продольной. Не поперечной, а продольной. И действует вдоль направления тока. Так. Так вот, еще в свое время ампер уже записал выражение для этой продольной силы. Вот данное выражение ампера включает в себя поперечный член, по сути дела, горный член, и продольный член, которая объясняет наличие вот этой продольной силы в P-образном проводнике, которая двигает этот проводник. По сути дела, эта формула была полной, которая отражала и обычное лоренцевское взаимодействие, плюс вот это недостающее другое. Но формула-то была ампером построена эмпирически, исходя из того, чтобы удовлетворить эксперименту. Поэтому теоретически детально не анализирована она, и поэтому эта формула, очень хорошо, допустим, качественно объясняющая вот этот эксперимент с образным проводником, в ряде других случаев взаимодействие параллельных токов, где явно хорошо экспериментально все проверяемо, давало завышенное значение, в два раза большее значение, что не соответствует эксперименту. И вот это вот как раз вот этот момент и не позволил формуле ампера остаться в изгранальнике. Она сейчас ее можно найти только, допустим, в учебнике там основа теории электричества, мелким шрифтом выписана, как бы ненужная формула, но тем не менее в ней уже в основе была заложена вот эта продольная сила. Формула ампера же, она определяет только одно поперечное взаимодействие. Так вот, вот данная формула в полном виде, здесь видно, что кроме поперечного взаимодействия, за счет наличия второго магнитного поля появляется еще член продольного взаимодействия. Здесь скалярное произведение вектора V на скалярное магнитное поле. Дивергенция А, когда есть скалярное магнитное поле. Кстати, там еще одно доказательство того, что второе магнитное поле должно существовать, следует из того, что в пространстве около движения заряда индуцируется поле вектора потенциала, и одна частная производная вектора потенциала определяет нам известное многие магнитное поле. Но дело в том, что математика уже известна, что
Любой вектор не является определенным полностью, пока не определены его обе производные и дивергенция. Так вот, дивергенция вектора потенциала одиночного заряда тоже не равна нулю. И как раз равна второму магнитному полю. Но для уравнения Максвелла второе магнитное поле не предусматривалось. Поэтому без второго магнитного поля для одиночного заряда уравнения Максвелла вообще-то не решались. Кстати, еще Максвелл в свое время упоминал, что, в общем-то, его система уравнений является неполной и неприменимы для незамкнутых токов. Вот раз это обусловлено тем, что не хватало вот этого элемента. Ну, в данном случае видно, что с учетом второго магнитного поля полная сила взаимодействия между элементами токов и заряда является вот таким выражением, где имеется и поперечный член, и произвольный. Ну, исходя из того, что существует два вида магнитного поля, были найдены, соответственно, уравнения Максвелла, это статика, и вольтрознанники. То есть в уравнении Максвелла пришлось ввести еще одно уравнение, которое отражает существование второго магнитного поля. И самое главное, что уравнение удалось теперь связать полностью со свойствами физического вакуума. В правой части уже нет токов переноса, только лишь одни токи смещения в физическом вакууме. То есть эти уравнения уже связывают реальные электромагнитные явления не просто зарядами, а с теми явлениями или с теми электромагнитными процессами, которые происходят в самой среде электромагниты, то есть в вакууме. То же самое даже и в электростатике. Электрическое поле теперь индуцируется в точке наблюдения не зарядом на расстоянии, а плотностью поляризационных зарядов на сфере радиуса R, состоящей от заряда и находящейся как раз в точке наблюдения. Ну и метод решения этих уравнений оказались очень тривиальными, нет необходимости никаких дополнительных условий, нормировок, калибровок. Все решается хорошо, потому что то, что было внесено раньше в калибровке, дивергенция, оказалось внесенным в уравнение в качестве второго магнитного поля, и никаких необходимых условий дополнительных не стало. Ну и что касается конкретного уравнения в полном виде, они имеют такой вид, решается очень хорошо, то есть он быстро находится в уравнении Пуассона, из уравнения Пуассона мы находим снова значение верхнего потенциала, если возьмем производную ротора дивергенция, мы найдем магнитные поля, мы их можем теперь поставить в исходное уравнение и проверить, правильно были наши решения, то есть равна ли правая часть левой, я обнаружил, что равна. А вот в этом отношении, в известном уравнении Максвелла, обнаружится следующая ситуация. Если мы возьмем уравнение Максвелла и попытаемся найти магнитное поле для одиночного заряда, оказывается, что в этом случае уравнение не решается. Мы должны наложить условия и предположить, что заряд это не одиночный, а находится в системе зарядов и совершает замкнутое движение. В этом случае мы полагаем, дивергенция суммарного потока равна нулю, и найти уравнение Пуассона. Его решить и с помощью дельта-функции найти снова магнитное поле от одиночного заряда. Но удивительно в том, что если мы теперь найдем найденное значение магнитного поля, подставим исходное уравнение, мы обнаружим, что правая часть равна левой. То есть исходное уравнение получается неравенством. А обусловлено это все тем, что мы по ходу решения внесли дополнительные условия. Обратно их нигде мы как бы их не извлекли. И не можем, потому что если мы извлечем, мы значение магнитного поля изменим. Ну, чтобы доказать экспериментально, ну, одно дело теория, что, в общем-то, в плане теории хорошо ясно, что дивергенция А определяет что-то, ротор определяет известное магнитное поле. В общем, получается цельная картина, что верхний потенциал полностью определяет два вида магнитных поля. И, естественно, в плане математическом здесь трудно найти какие-то такие нюансы, которые бы говорили, что сильно этого не может быть. Потому что сильно для одиночного заряда и ротор А не равен нулю, и дивергенция А не равна нулю. Но что такое для одиночного заряда дивергенция А не равна нулю? Физики просто обходили молчком, пытаясь все это недостающее, впихнуть так называемое, в калибровке, нормировке, чтобы потом решать уравнение Максвелла, которое не решает без этих вещей. Для того, чтобы доказать экспериментально, когда уже были известны формулы взаимодействия, в плане теории была уже как бы сформирована, были известны
уравнение аэродинамики, получены электромагнитные поля для переменных электромагнитных волн. Следующая стала задача показать экспериментально, что действительно такая вторая сила продольная существует. Потому что место мышления такова людей, что сколько им не показывали уравнения, хоть и насколько бы они идеальны не были, все равно у всех возникает сомнение. А может ли в реальности быть такая сила? Поэтому, чтобы показать, существует ли такая сила, я взял и начал исследовать детально вот этот начальный эксперимент Ампера, V-образный проводник. И когда с помощью своих формул я проанализировал все силы, которые действуют в V-образном проводнике, вот в данном случае вот эта картина показывает все силы, которые действуют вот в этом V-образном проводнике. Да, в данном случае это нескольких контактов здесь, но есть силы видны. Вот синим показаны это продольные силы, а красным известны поперечные силы. Так вот, на этом углу существует силы реакции поперечные лоренцкие и продольные направлены вдоль проводника. То же самое на этом углу, на этом проводнике и так далее, на каждом углу. С учетом всех этих сил, если мы теперь предположим, что вот в этом месте сделан скользящий контакт, то мы обнаружим, что вот эти поперечные силы Лоренца, они друг друга компенсируют за счет жесткости проводника. Поэтому они просто могут быть убраны. То же самое и эти поперечные могут быть убраны. Что касается вот этих поперечных сил, то вот с этими силами они раньше компенсируются за счет жесткости проводника. Теперь они не компенсируются, теперь жесткость связь нарушена. Поэтому мы убрать их не можем. И вот это всего не можем. Но дело в том, что здесь существуют еще продольные силы. И вот все вместе, когда анализируют этот угловой эффект взаимодействия, мы обнаружили, что вот на этот проводник поперечный, со стороны вот этого длинного проводника действует поперечная сила Лоренца. А реакции от этого проводника на это является продольная сила, равная и противоположная направленная. Поэтому эти силы за счет жесткости связи на углу просто друг друга компенсируют. То же самое здесь. А вот в этом месте как раз эти силы не могут компенсировать друг друга, потому что здесь жесткой связи нет. И здесь хорошо видно, что действительно действие вот этого проводника на вот эту перемычку создает силу реакции, а этот проводник неподвижный своим полем скалярным действует продольные силы вдоль проводника и создает движущую силу, и проводник такое движение. Как раз в том месте, где я первым обнаружил вот эти силовые эффекты на конце проводника. Ну, когда стала ясна картина вот этих распределений этих сил, ну, естественно, тут сразу мысль сработала, что как показать реальность существования вот этих сил. Ну, действительно, что эти две силы продольные действуют на проводник, сжимая его. Если мы ничего не сделаем, не предприим, мы, естественно, не сможем их увидеть или выделить. Так вот, для того, чтобы выделить эти силы, оказалось, просто достаточно сделать их разрез и представить возможность этим силам проявиться. Если они сжимают проводник, пусть они сжимают. Вот такой эксперимент как раз и был сделан. Вот на этой теме. Этот продольный проводник сделан с разрезом. Кстати, с разрезом сделаны все проводники, чтобы показать все силы, которые здесь существуют. Но вот эти боковые проводники соединены с собой диэлектрическими связями. Для того, чтобы компенсировать вот эти поперечные ненужные силы. Они нам не нужны. Мы знаем, что они существуют. То же самое здесь. А реакция, которая существует и действует на продольные проводники, чтобы она могла проявиться. При включении тока в этой системе сразу же обнаружилось. Вот эта перемычка поперечная поехала в сторону действия поперечной силы Лоренца. А вот эти проводники поехали в обратную сторону. Полностью ответили закону механики. То есть, действительно, на поперечный проводник действует сила Лоренца, на этот проводник действует продольная сила отталкивания, равная предположенной правильной поперечной реакции. Ну, когда человек на картину взаимодействия, тут все прояснил. Всегда на проводник действует сила, то так там ситуация на этом конце. Точно не здесь. Так, ну, чтобы усилить эффект взаимодействия одиночного проводника с перемычкой, оказалось просто достаточно над этой системой
поместить контур больших количеств витков. В этом случае взаимодействие этого проводника, вот этот кремничек, с большим количеством витков создает большой эффект, и возникает большая сила реакции. Это нужно контролируемое перемещение этого проводника. Он постоянно стремится занять среднее положение. Вот здесь одна фотография указана до включения. Вот это после включения. Проводник фиксируется в центре. Причем, если мы начинаем двигаться в верхний контур, то следом за ним увлекает и подвесит проводник. Вот здесь эксперимент показан в другом виде. Просто на подвесе проводничок на малом зазоре и с помощью емкости заряжается емкость и делается заряд. Здесь проскакивает искра, и контакт происходит, получается, через воздух за счет этой плазмы. При ударе, при разряде возникает удар. Лоренцкая сила ждает на эту перемычку, продольная толкает этот проводничок. Этот проводничок приходит в движение, и с помощью ритмических ударов раскачивается до 2-3 см. То есть видно силовое зубрие. Ну, учитывая, что существует продольная сила, казалось бы, возможно реализовать и вообще уже систему вращающуюся, чтобы был эффект с мотора. Вот это показаны перемычки, которые могут выполнены в виде дуги и поворачиваются. Ну, собрав две такие перемычки, казалось возможным сделать такой моторчик. Моторчик был демонстрирован, он вращался. Порядка 5-6 оборотов. По-моему, секунду, да? 5-6 оборотов в секунду. Вот такие устройства. Ну и конкретно в живом виде можно показать то, что на магнитах. Ну, чтобы показать в живом виде наличие вот этой еще дополнительной силы магнитозаводистики. Ну, можно смотреть такие вот простые магниты, кольцевые магниты. Ну, известно, что вот когда эти магниты направлены так, что полюса у них противоположны, они притягиваются, в данном случае вот так, магнит один висит на другом, сила притяжения возникает. Если я переверну одноименными полюсами, возникает сила отталкивания. Ну, естественно, между силой притяжения и силой отталкивания есть мертвая точка, кажется. Когда данные кольцевые магниты расположены перпендикулярно друг другу. Это соответствует тому, что кольцевой эквивалентный ток одного магнита и другой кольцевой, когда они параллельны, здесь токи параллельны, то магниты притягиваются. Когда токи антипараллельны, они отталкиваются. Когда токи перпендикулярны, то перпендикулярные токи не взаимодействуют. И это видно, что здесь силы нет. Есть момент, но силы нет. Вот. В данном случае обычное поперечное взаимодействие между магнитами. Но обратите внимание на такой момент. Когда мы поставили перпендикулярно данные магниты, то взаимодействия не было. Теперь берем точно такие магниты. Но в этих магнитах сделана одна хитрость. Сделан разрез. Этот разрез эквивалентен тому, что я внутри этого магнита как бы пропускаю еще дополнительный ток. Осевой. В данном случае здесь токи идут так, допустим, направлены по оси. Один ток сюда, другой ток сюда. Но кольцевая структура вот этих токов остается неизменным. Поэтому все известные законы для данного магнита тоже остаются справедливыми. Вот, допустим, в таком положении токи параллельны, они притягиваются. В таком антипараллельны, они отталкиваются. Это протяжение. Но зато при перпендикулярном положении, когда здесь взаимодействия не было, я обнаруживаю вдруг, что данные магниты друг к другу притягиваются. Обусловлено это тем, что здесь происходит взаимодействие вот этого продольного проводника с поперечными проводниками кольцевого тока. На кольцевые токи действует радиальная сила Лоренца, а на продольный проводник продольная сила реакции. И вместе, вот то, что магнит висит, в данном случае этот магнит наполовину висит на продольной силе. Насколько эта сила реальна, видно из эксперимента, что сильно она может проявиться. И, кстати, во всех так называемых магнитных экспериментах имеются так называемые паразитные эффекты, краевые эффекты. Так вот, все эти краевые эффекты оказались обусловлены тем, что существует еще вторая сила, неконтролируемая, которая была паразитной. Но казалось, зная эту силу и ее закономерности, используя, можно более шире использовать практически любые устройства. В данном случае вот показано еще одно устройство, которое имитирует, что знание более полных, зная более полное представление о магнитных свойствах магнитов, можно реализовать устройства, которые являются весьма неожиданными для обычных представлений. Вот, допустим, известно, что эти два магнита разных полярностей, то они притягиваются и нет
какой-то мертвой точки, либо отталкивается, когда одноименный полярный. При притяжении либо отталкивание. То есть найти какую-то мертвую точку или потенциальную яму не удается. Если я возьму, усилю этот магнит, поставлю два таких магнита, то оказывается, что по-прежнему на большом расстоянии этот магнит действует отталкивающим образом на этот магнит. Если же полярность сменю на обратную, то будет притягиваться. Притягивается. Но оказалось, что в данной ситуации можно создать условие, что этот магнит просто оказывается повисшим на определенном расстоянии. В данном случае ближе он уже не притягивается. Здесь образовалась потенциальная яма, обусловленная тем, что вблизи этого магнита начинает превалировать силы отталкивания, продольные. А на далеком расстоянии действуют силы притяжения поперечные. И в данном случае устройство это может найти какое-то практическое применение. Основываясь на этом устройстве, можно даже построить какие-то другие устройства. Так. Что показать еще в реальном виде, как-то в живом виде, наличие продольных сил взаимодействия. Ну, сделал такие рамки. Дело все в том, что если взять два поперечных, два прямоугольных контура и подключить к ним ток, то оказывается, что если вот в ближайших вот этих проводниках, даже в ближайших этих проводниках будут токи параллельные, то контура будут притягиваться. Если токи будут антипараллельные, то будут отталкиваться. Но это обычно взаимодействие между контурами. Всем оно известно, казалось бы, ничего тут такого непонятного нет. Но оказалось, что точный расчет всех сил взаимодействия обнаружили, что если между данными проводниками, допустим, имеется взаимодействие притяжения, здесь токи параллельные, то есть контура притягивается в сумме, но оказалось, что здесь же существуют еще силы отталкивания между контурами. И они такого следующего характера. То есть взаимодействие вот этого проводника вот с этим проводником дает силу Лоренца, которая давит отталкивающим на этот проводник и отталкивает продольную силу сюда. То же самое взаимодействие между этим проводником и этим. Возникает сила Лоренца отталкивания и реакция продольная тоже отталкивания. Но дело в том, что эти силы меньше сил притяжения поперечных. Поэтому конечный результат, что контура притягивается. Но мы не видим, что здесь существуют продольные силы. Хотя они здесь внутри существуют реально. Вот этот скрытый характер вот этих сил, оказалось, можно их реализовать и показать в живом виде, как они себя обнаруживают. Если взять таких два контура и совместить так, таким образом, что вот здесь токи у этих контуров были направлены в одну сторону, и взять еще один такой контур, и тоже совместить так, чтобы токи были направлены в одну сторону, по оси, то оказалось, если мы направим эти токи таким образом, что этот ток осевой будет продолжать этот ток, то и расположим контура таким образом, то мы обнаружим, что контура будут отталкиваться. За счет чего? За счет того, что вот в этих проводниках токи противоположные. Здесь ток идет сюда, наверх, а здесь ток сверху идет по оси. Токи противоположные, и силы, превалирующие поперечным взаимодействием, отталкивают проводники. А чтобы показать наличие продольных сил притяжения между вот этими проводниками и поперечным, оказалось достаточно повернуть этот контур так, чтобы поперечное взаимодействие вот этих проводников, ближайших друг к другу, было отсутствовало. Просто отсутствовало. Если поставить контура вот таким образом, что поперечное взаимодействие между вот этими проводниками и вот этими уже будет отсутствовать. И останется только лишь взаимодействие между осевыми проводниками и осевыми и радиальными другого контура. А в данном случае возникает сила действия лоренцкая и противодействие продольной силы. И чтобы показать в живом виде, как эти силы проявляются, вот на этой установочке можно продемонстрировать. Вот этот контур, он висит на подвесе. И ток подводится к нему через жидкий контакт. А вот этот контур может поворачиваться. Причем ток подводится, допустим, им одной фазы. Сначала совершенно не важно, постоянно или переменно, потому что это
характер сил не меняется. Вот сейчас мы подведем сейчас мы подключили ток одного направления в этом контуре и в этом. Но пока поставим контура так, как они обычно взаимодействуют. Либо, допустим, параллельные токи, либо антипараллельные в ближайшем контуре. Вот таким образом. И посмотрим характер взаимодействия. Включаем ток, притяжение. Но то, что эта сила... Ой, зачем только больше делать? Да еще надо меньше. За счет, слышишь? Вот сейчас притяжение. То есть между... ближайшим проводниками здесь силы возникает притяжение за счет того, что токи в них параллельны, здесь и здесь параллельны. Если теперь вот этот контур повернут перпендикулярно, я исключу взаимодействие вот этих проводников поперечных, я оставлю взаимодействие вот этих осевых проводников того и другого контура с их идеальными вставляющими. Здесь будут компоненты и поперечные, и продольные. То же самое здесь. Будет действовать продольная на ось и поперечная на вот эту. Смотрим, было протяжение, ничего не меняя, включаем ток, но уже насталкиваем. Причем эта сила не какие-то переходные процессы, когда там ряд товарищей указывает, что здесь какие-то переходные процессы, что включаем, выключаем. Я сейчас постоянно поставлю, она оттянется и будет висеть в одном положении. Вот я сейчас зафиксирую. Вот. Понимаешь? Стоит мне сейчас отпустить ток, рампа вернется в исходное положение. Ну, оптимальная где-то 40-38. Попробуй же сделать. Не надо. Так, если в таком положении между контурами действует сила одного направления, протяжение, а в таком направлении сила другого направления, отталкивание. Включаем. Он отталкивает. То, естественно, есть положение, где сила оказывается равна нулю. Это соответствует порядку 30-40 градусов, но на разных расстояниях эта сила, это угол меняется. Но действительно фиксирует такое положение, что сила здесь отталкивает. Но эти эксперименты, которые показывают наличие вот этих дополнительных сил взаимодействия, продольных, в общем-то, можно их использовать для практики, делать такие конкретные устройства, но оказалось, что имеется и очень серьезная приложимость вот этих эффектов и для переменных электромагнитных волн. Дело в том, что если существует взаимодействие между контурами в таком виде, что я включаю ток здесь, обнаружив взаимодействие его на новый контур, то если я буду ток менять здесь, то я буду передавать передачу, энергию передавать тоже переменно. Другими словами, если имеется взаимодействие между контурами с постоянным током, что говорит о том, что энергия передается от одного контура к другому, то при питании одного контура переменным током это взаимодействие будет меняться. И характер передачи энергии тоже будет меняться. То есть, короче говоря, будет передаваться энергия с одного контура к другому. В данном положении, когда контура расположены в одной плоскости, это будет просто передающая антенна и приемная антенна. Если, допустим, она не питается током. Если я к этой антенне подключу ток переменный, то за счет наличия взаимодействия между контурами в этом контуре будет индуцироваться ток. Но в данном случае здесь будет работать составляющая лихвиного поля, которая направлена в плоскость этого контура. То есть волна поперечная идет от этого контура и индуцирует составляющих направлений вот этих проводника ЭДС, и мы фиксируем ее на сувороте. Если же я поставлю перпендикулярно один контур другому, то согласно современным представлениям
вектор поляризации электрического поля, направленный вдоль плоскости передающей антенны, индуцировать ток в контуре перпендикулярно проводнику не может. Поэтому никакой ЭДС здесь приниматься не будет. Это в рамках обычных представлений, что существует только лишь поперечная сила взаимодействия. Но учитывая, что существуют еще продольные силы взаимодействия, и мы видели, что они проявляются в данном случае между контурами, есть взаимодействие. Если это будет этапет контур переменным током, то я обнаружу наличие переменного тока в другом контуре. И вот сейчас мы покажем на установке, где это видно очень хорошо и наглядно, что такая передача энергии вполне возможна. В данном случае показаны те же рамочки. Да, маленькие рамочки. В данном случае показаны те же рамочки, между которыми были обнаружены силовые взаимодействия в другом положении и в другом положении. Были силовые взаимодействия. Но это значит, что, допустим, если будут подавать энергию переменного тока в одном один контуре, я могу получить какую-то регистрацию в другом контуре. Если взаимодействие в другом положении, то будет и в таком взаимодействии. И чтобы показать реальность, что такая передача взаимодействия вполне возможна, то может быть собрана установка, которая может продемонстрировать. В данном случае это передающая антенна, которая питает тоже таким же образом. То есть по силовому проводнику токи и сенсоров направлены в одну сторону, а эти предположенные. Короче, этот контур посылает поперечную волну пространства, а этот контур посылает точно поперечную волну, но в противофазе. А так как количество только одинаково, конфигурация имеет одинаково, поэтому два противофазных сигнала по оси вот этого проводника и плоскости перпендикулярной этому контуру дают суммарный эффект равный нулю. То есть никакого поля вот здесь, вот в этой плоскости не должно быть поперечной волны. Потому что фаза от этой волны находится против фазы этой волны. Поэтому в пространстве плоскости перпендикулярной этим двум контурам эти фазы складывают в 0. И как раз там, в том месте, где фазы складываются в 0, я располагаю другую антенну. Если я использую горизонтально, то это будет обычный прием. Поперечная волна здесь, наводит в ближайшем контуре здесь рядом обычную волну поперечную, это в этом. И суммируясь, они дают эффект. Вот в данном случае от этого контура идет на этот контур поперечная волна. Это куда? Это контур на котором резонанс. Вот сейчас можно посмотреть, я изменяю частоту. Показывает, изменяя частоту, меняется амплитуда. Вот тут вот. Нахожу резонанс. Максимум амплитуды. То есть этот контур настроен резонанс, который подающийся в частоте. А это контур приемный. Ну то, что он действительно принимает сигнал от этого контура, ну можно посмотреть так, что здесь не убирает, сигнала нет. Здесь сигнал есть. Приближая к антенне, сигнал растет. Удаляя, сигнал уменьшает. Все соответствует. Но в данном случае идет поперечная волна от этого контура и наводит ЭДС в этом. Делается поляризации электрического поля. Находится в плоскости данного контура и индуцирует ЭДС проводника этого контура. Теперь я располагаю этот правый контур перпендикулярно передающему. Я обнаруживаю, если бы этот контур излучал только лишь одну поперечную волну, то на плоскости должен быть ноль. Если я располагаю этот контур в плоскости перпендикулярной, излучающей, и причем проходящие посередине данных контуров, они излучают противофазный сигнал, то в данной плоскости никакого сигнала от контуров не должно быть, встречной волны. Но тем не менее я фиксирую волну, причем не минимум какой-то, какие-то помехи, пунктакции, а максимум этой волны. Вот видно, что именно в перпендикулярном положении я фиксировал максимум. Но самое главное и удивительное оказалось то, что эта волна находится в противофазе поперечной волны. То есть поперечная волна, которая излучает в этом пространстве электромагнитную энергию, находится в противофазе продольной волны. И сейчас это будет видно. То есть на этой фазе, как фаза сначала амплитуда меняется до нуля, и фаза меняется на обратную. Вот там, где был максимум, вот возьми максимум первый, сейчас появится минимум, наоборот. То есть вершина меняется
что поперечные и протонные волны – это единое образование любой передающей системы. И в любой точке пространства, где излучается, куда излучается волна, поперечная протонная, они обязательно находятся в происходе. Это стоит какое-то единство природы, условно тем, что эти волны друг друга дополняют и составляют единое целое. И там, где одна компонента уменьшается по диагональному излучению, должна расти другая компонента. И в данном случае, если мы взяли гипперные антенны, два типа, когда расположены просто... Вот два излучающих диполя, допустим, один диполя излучающий, другой приемный, то максимум принимаемой энергии получается тогда, когда диполи находятся в одной плоскости. Но сколько этому диполю приемного перпендикуляра, излучающий энергия падает до нуля. Дальше, если я диаграмма отклонности, то диполя имеет такую конфигурацию. То есть здесь максимум, а если я перейду туда, получается минимум. Но оказалось, что в этом направлении максимум продольной волны. То есть здесь понимаете максимум. То есть, например, такая диаграмма получится как для одиночного движущегося электрона. То есть поперечное магнитное поле максимум имеет поперек заряда, поперек магнитного заряда, а продольная – вдоль. И для излучающей волны получилась такая ситуация, что поперечная волна максимум идет поперек диполя, а продольная максимум идет вдоль диполя. И вот этот пример наглядно показывает, что действительно существует и поперечный продольный. Ну, естественно, на большом расстоянии эти компоненты распространяются по-разному. Они имеют и разные характеристики, и физические свойства, и изучением этих свойств сейчас я не занимаюсь. Так, и еще одно явление можно показать из серии проблемы Гетта-Пуцала. Ну, известно, что очень длительное время, еще со времен зарождения уровня Максвелла, когда они появились. Сначала Гетта-Пуцал использовался в качестве калибровок, но когда возникла проблема изучить, что же такое, то многие физики придерживались концепции, что Гетта-Пуцал – это формалистика, математическая формалистика, которая необходима для того, чтобы выполнить условия калибровок для уравнения Максвелла. И никакого физического значения вектором потенциал не имеет. Однако в квантовой механике известно, что в уравнении Шрёдингера входит вектор потенциал. То есть, казалось бы, если он не физическая величина, вектор потенциал, то зачем тогда было фигурировать ему в уравнении Максвелла? Физики попытались заменить его реальным физическим полем. И сколько не было попыток сделав замену, заменить не удалось. Оказалось, невозможно удалить вектор-потенциал из уравнения Шрёдингера. Но тогда задумались, что это что-то такое, что вектор-потенциал тянет какая-то физическая величина. И вот тогда зародилась идея провести эксперименты. Вот первая идея эксперимента была предложена Аароном Боум. Проверить, действует ли вектор-потенциал, допустим, на движущих зарядах. Были проверены эффекты взаимодействия движущих зарядов вблизи источника поля вектор-потенциала и в отсутствии его, и в наличии. И по эффекту по смещению Дебройской волны. Допустим, при интерференции этих волн образуется картина. Если, допустим, в одном из путей будут какие-то изменения в Дебройской волне, то наблюдается интерференционная картина. Такие эксперименты были сделаны в 1956 году и сразу дали положительный результат. И откуда возникла проблема, что, в общем, вектор-потенциал это не формалистика, это какое-то реальное физическое поле. Но, тем не менее, энергия мышления опять работала в том направлении, что нельзя было устранить из уравнения Максвелла вот этот формализм, потому что без него уравнение Максвелла не решались бы. И по-прежнему считалось, что это формалистика. Поэтому в 1963 году японцы перепроверили эксперимент Аароном Боума, но уже более на точном прецизионном уровне. Доказали, что действительно есть эффект взаимодействия с полем вектор-потенциала с движущими зарядами. Они пропускали через намагниченный тороид, маленький намагниченный тороид, в котором магнитное поле было полностью закорочено само на себя. То есть снаружи магнитного поля не было,
Оно было все внутри кольца. Пропускали электроны по оси и по периферии. Вектор пропускал от такой системы по оси одного направления снаружи другой. И обнаружили, что за счет наличия воздействия обнаружили смещение интерсионных полос при наблюдении дифракционных эффектов от этих электронов. То есть эффект реально был обнаружен. Но опять повторим, считали, что это эффект квантового характера, но явно не физического характера. Эта проблема еще более обострилась, когда поднялись вопросы о том, что в принципе можно поставить даже эксперименты по конкретному силовому взаимодействию поля этого устава с движением заряда. Ну, кстати, там на схеме представлен эксперимент, когда внутри тороида был помещен проводник. При подключении тока к проводнику проводник втягивался в тороид, либо выталкивался. То есть демонстрировал эффект наличия вот этого силы. Вот данное устройство. Ну, первая идея этого устройства была уже после выступления моих в Новосибирском центре. После выступления, неоднократного выступления, при последующем приезде в институт, там математики или геология в институт. После третьего выступления мне сказали, что, в общем, убеждать их уже не надо, что есть взаимодействие поля летного устава с зарядными истоками. И что, говорят, они сейчас могут нам, мне продемонстрировать экспериментно, где, в общем, такое взаимодействие как раз обнаруживается. Они показали устройство, в котором был использован тороид, с намотанным на нем проводником, равномерно намотанным проводником, который создавал магнитное поле внутри тороида. И согласно современным представлениям, все магнитное поле находится внутри тороида, снаружи его нет, а снаружи остается только лишь поле вектора потенциала. В этом пространстве они помещали на подвесе проводничок с палом количества цветков и к нему подводили ток. Если в пространстве нет магнитополя, то наличие тока в этом контуре маленьком не должно приводить к каким-либо силовым эффектам. Однако при включении тока они обнаружили, что этот проводничок реагирует странным образом и взаимодействует с пространством, в котором нет магнитного поля. Этот эксперимент они показали. Ну, у меня после приезда возникла идея упростить, усовершенствовать это устройство и сделать следующую схему. Вот в данном случае тороид питается переменным током. Здесь расположен контур, короткозамкнутый виток. Ну, по принципу работы трансформатора, в нем индуцируется ток. Уже не надо подводить ток с помощью каких-то проводничков, подвесов. То есть ток в нем уже в готовом виде существует. Но такая конструкция позволила реализовать целый ряд таких хитростей, которые дают возможность анализировать, что здесь и какие силы существуют. В данном случае, если я сделаю вот этот контур продолговатым, вот такой конфигурации, длинный, в эту сторону, и таким образом, чтобы осевой проводник у меня находился точно по центру кольца тороида, то я методом расчетов и теории могу показать, что на этот проводник от кольцевого проводника никакие силы действовать не будут, потому что это симметричная система, никаких действий не будет. Что касается вот этих боковых проводничков, они находятся на одинаковом расстоянии от тороида. Поэтому и от них силовые эффекты взаимодействия равны друг другу. Если они, допустим, существуют, они друг друга компенсируют. Остается вот этот проводник. И как раз он нас интересует. Будет ли он взаимодействовать при наличии в нем тока с сердечником, в котором находится магнитное поле? Или, короче, будет ли он взаимодействовать с пространством, где имеется поле вектора потенциала? Вот такой системе можно показать, что такое взаимодействие сильно реально существует. Вот сейчас мы продемонстрируем. Мы подключаем к тороиду ток импульсами и видим, что будет, увидим, что будет происходить. Включаем. Да, ничего. Так, включаем. Так, вот видно, что проводник раскачивается, отталкиваясь с каждым включением тока. Почему отталкивается? Дело в том, что вот в этих проводниках, ближайших
вот к этому проводнику, на который мы рассматриваем взаимодействие, токи оказались противоположны индуцированному току в проводнике. То есть ток, который индуцируется здесь, ну, по правилу индукции трансформаторы, в контуре индуцируется то противоположное направление. Поэтому вот токи в контуре и в ближайших проводниках данного сердечника, они противоположны направлению. Поэтому между ними существует отталкивание. Вот сейчас видно, что насколько раскачалось. Теперь минутку остановим. Сейчас проверим другой эффект. Что, в общем-то, есть здесь и другой эффект. Если я вот этот проводник очень близко расположу к металлу сердечника, то за счет взаимодействия магнитного поля с металлом сердечника будет эффект обычного притяжения. Ну, как бы магниты индуцируются в ближайшем железе магнит, и он притягивается. То есть обычный эффект. Если вот приближивают очень близко проводник вот отстоящий вот к этой стенке, так, включили. Вот он пошел в другую сторону, врёт протяжение. То есть варьируя, приближая одну, другую, третью сторону, мы можем потихоньку исследовать этот процесс. Ну, самое главное видно, что в общем-то в пространстве, где нет магнитного поля, силовых взаимодействий, этим полем является поле электропоставки. Это реальная физическая величина, которая может создавать силовые эффекты. И на основе здесь подготовлен ряд устройств, которые демонстрируют явление нетрадиционной электродинамики. То есть такие явления, которые не укладываются в рамках обычных традиционных представлений о взаимодействии, магнитном взаимодействии, взаимодействии токовых элементов. В данном случае нетрадиционный подход заключается в том, что рассматривается взаимодействие, кроме обычных, так называемых лоренцких взаимодействий, когда на любой элемент тока действует сила перпендикулярно элемент тока. Но и кроме того, оказывается, есть еще один вид взаимодействия, что на любой элемент тока действует еще силы дельного. Обычного магнитного поля, векторного рота А. Магнитного поля скалярного, дивергенция. Или другими словами, в том случае, когда обычное поле отсутствует, а имеется поле векторного, то можно говорить просто о взаимодействии с полем векторного. Хотя, в общем-то, это трактовка не позволяет. В данном первом устройстве демонстрируется явление взаимодействия ферромагнитного материала и токовых элементов или магнитов полем векторного потенциала. Данная система двух магнитов северного и южного полюса, которые направлены предположены, они компенсируют магнитное поле плоскости перпендикуляра данным магнитам и проходящим через середину этих магнитов. То есть магнитное поле здесь компенсирует. Однако поле электропускала остается неравным нулю. Остается неравным нулю и вторая производная. Так вот, помещая в это пространство, где магнитное поле скомпенсировано, ферромагнитный материал, вот это ферромагнитный сердечник, не намагниченный, мы обнаруживаем, что никакого силового взаимодействия между этим сердечником и магнитами не существует. Другими словами, хотя здесь поле электропускала не равно нулю, на ферромагнитный материал просто поле электропотенциала не действует, или скалярное магнитное поле на ферромагнитный материал не действует. Однако расчеты показывают, что если в поле электропотенциала находится элемент тока, то он испытывает определенное взаимодействие и запасает в себе определенную энергию взаимодействия. В данном случае в правой части расположен тот же самый ферромагнитный материал, но уже намагниченный, то есть он моделирует какие-то элементы токов, эквивалентные элементы токов, которые можно замещать магниты. И в данном случае мы обнаружим следующее явление. Если мы поместим тоже в этой плоскости, но уже ферритовый материал намагниченный, то мы обнаружим, что между магнитами, компенсированными потоками, то есть магниты поля отсутствуют, тем не менее имеется взаимодействие. В данном случае взаимодействие с полем электропотенциала или скалярным магнитным полем токами системы второго магнита. Мы видим, что здесь возникает сила отталкивания. То же самое с ферритовым материалом,
мы не обнаружили никаких возмездий. Здесь нет силы притяжения. И отталкивания. Если вот эти магниты перевернуть наоборот, то мы обнаружим силу притяжения. Вот силу притяжения. То есть имеется и сила отталкивания, и силу притяжения. Но в том пространстве, где магнитного поля, такового нет. А есть только лишь поле электростава. Второй вид магнитного поля. Имеет место взаимодействие с топовыми элементами. Если я помещу сюда какой-то топовый элемент, структуры в пространстве, то взаимодействие может быть обнаружено. Такую топовую систему моделирует вот этот магнит, который представляет собой тоже ферромагнитный материал, такой же эквивалент, но намагниченный. Это эквивалент тому, что здесь имеются какие-то эквивалентные токовые системы. Если я помещаю в этой же плоскости такую топовую систему, я обнаружу, что между этим магнит имеет взаимодействие. Приближаю, возникает сила отталкивания. То есть это устройство наглядно демонстрирует, что с полем между пространством, со вторым магнитным полем, топовая система взаимодействует. Так, следующее устройство. Это устройство демонстрирует еще одно явление, нетрадиционное явление, очень странное, казалось, на первый взгляд. Знание полное представление о законах магнетизма, что кроме силы обычных взаимодействий между любыми магнитами, имеют еще силы другого вида, то есть через скалярное магнитное поле, можно, кажется, создать такую конфигурацию, что разнополюсные магниты могут не только притягивать, но и отталкивать. В данной системе центральный магнит изготовлен таким образом, что он создает здесь вот потенциальную яму. И вблизи от магнита возникает сила отталкивания, а вдали сила притяжения. И в данном случае то же самое и для этого магнита. Перемещение центрального магнита сразу приводит к перемещению двух других магнитов. То есть как бы без всякой видимой связи два магнита следуют за центральным. Очень странное явление. То есть полное представление о законах магнетизма позволяет разобрать ряд устройств, которые могут найти практическое применение. Это демонстрирует еще одно из явлений нетрадиционной динамики. Очень странное на первый взгляд явление. Дело в том, что полное представление о магнитных свойствах топовых систем и о магнитном взаимодействии позволяет реализовать целый ряд новых устройств, которые позволяют обнаружить явления, которые вроде бы не должны существовать вообще. В данном случае центральный магнит южным полюсом вверх взаимодействует с двумя магнитами противоположной полярности. И мы обнаруживаем, что взаимодействие существует, действительно, но кроме силы притяжения, которая обнаруживается на расстоянии, вот когда мы сложим подальше, кроме силы притяжения, оказывается, между магнитами существует еще сила отталкивания. Вблизи магнитов существует сила отталкивания. В данном случае такая ситуация и для второго магнита. И перемещая первый магнит, мы можем одновременно двигать оба магнита без всяких связей между ними, двигать два магнита на расстоянии, управляя центральным магнитом. То есть здесь создается потенциальная яма, где силы притяжения равны силам отталкивания. И магнит удерживается в этой яме в фиксированном положении. Следующее устройство. Оно демонстрирует уже в живом виде взаимодействие поля электропотенциала, то есть второго магнитного поля, с элементом тока. Здесь поставлен канал, в котором помещен жидким металл. Это висмут, легко-плавкий материал, при комнате температуры находится в жидком состоянии. И прострелены два вертикальных канала, с которых залита подкрашенная жидкость. Если появляется сила взаимодействия между элементом тока и полиэлектрическим металлом, а эта сила является продольной, то перемещение жидкого металла справа или влево приводит к изменению уровня жидкости в одном и другом канале. При включении тока по данному центральному проводнику возникает сила, давящая, допустим, элемент тока в эту сторону. В эту пусть жидкость в этом канале приподнимается, а в этом опускается. При перемене знака
направление действующей фотонной силы на жидкий металл меняется на обратно, и мы видим обратный эффект. Здесь уровень уменьшается, а здесь все поднимается. То есть на любой элемент тока поле, как я сказал, действует сила, направлена вдоль элемента тока, то есть продольная сила. То есть, другими словами, что поле, скалярном магнитное поле, реализуется еще продольная сила магнитного раздвоения. Если токового элемента, опять же, поле для двух сторон. Два разнополюсных магнита компенсируют магнитное поле в плоскости, проходящей между ними. То есть магнитное поле здесь равно нулю. Однако поле для металла не равно нулю. Или вторая производная для металла тоже не равно нулю. То есть в этой плоскости имеется второе магнитное поле. В этой плоскости, где имеется поле для металла и отсутствует обычный магнитное поле, мы помещаем проводник элемент тока. Элемент тока составляет собой жидкий металл, висмута, который при комнате, который находится в жидком состоянии. Подключается ток с одного конца и выводится с другого конца. Это ток элемента расположен таким образом. Здесь просверлены каналы. Куда жидкости в этом канале опускается, в этом все поднимается. Мы при изменении тока обратное, мы видим обратное те, что здесь уровень уменьшается, а здесь уровень приподнимается. И этот эксперимент наглядно демонстрирует, что в поле верхнего сала на любой элемент тока действует сила, не перпендикулярная току, а направленная вдоль направления тока, то есть продольная сила. Это устройство, которое первоначально выполнялось несколько ином виде. Два цилиндра из магнитно-мягкого материала и из ферромагнитного материала имеют по оси отверстие, через это отверстие проводится стержень, пропускается стержень, по которому пропускается ток. В данной конфигурации при наличии тока в стержне в этих цилиндрах наводится магнитная индукция. Причем магнитный поток, закороченный, находится полностью внутри сердечника. Снаружи индукция отсутствует, а внутри имеется мощный магнитный поток. Причем магнитные потоки одного направления. Согласно современному представлению известно, что в такой торидальной системе все магнитное поле сосредоточено внутри данных цилиндров. Снаружи магнитного поля нет, но если магнитное поле не снаружи, то магнитное взаимодействие данных между данными цилиндрами должно отсутствовать. Либо, если допустить, что магнитные потоки каким-то образом рассеиваются, выходят наружу, то, по крайней мере, однонаправленные магнитные потоки должны привести к явлению отталкивания этих цилиндров. Однако, эксперимент показывает, и расчеты показывают, что взаимодействие тех потенциалов этого цилиндра с токовым элементом другого цилиндра приводит к появлению силы притяжения. И эксперимент действительно обнаруживает, что с исключением тока этот цилиндр притягивается к этому. То есть между ними имеется эффект взаимодействия, обусловленный взаимодействием с полем этого потенциала. Это еще одно устройство, которое моделирует уже явление электромагнитных эффектов, связанных с распространением электромагнитной волны. Это двухконтурная система. Экспериментально сначала было установлено, что если по этим контурам пропускать токи противоположного направления, то есть моделирующие два магнитных полюса, северный и южный, противоположного направления, то между этими полюсами магнитные поля уничтожаются, то есть магнитное поле равно нулю. Если к такой же системе рядом подключить ток такой системе, то мы обнаружим, что контурами будет сила взаимодействия за счет ближайших проводников. Силы поперечного взаимодействия, которые будут притягивать и подталкивать. Однако, если я поверну контур перпендикулярно, то взаимодействие окажется равно нулю, потому что перпендикулярные токи не взаимодействуют. Однако, именно в этом положении обнаруживалось другое взаимодействие, продольное, то есть взаимодействие вот эти проводники друг с другом и поперечные с продольными. Возникает сила поперечная в одном проводнике и продольная реакция на другом. И опять же возникает взаимодействие, причем не минимум, а максимум взаимодействия. И минимум получается на 45 градусов. Но если есть взаимодействие статическое, то очевидно, будет сделано предположение, что если я записаю один контур переменным током, то второй контур будет улавливать энергию в том случае, когда эти контура перпендикулярны друг другу. В данном случае, если один контур, допустим, вот этот контур питается генератором переменного тока, то два контура излучают волны противофазы друг друга. И так как они противофазны, то в плоскости, проходящей через середину этих контуров, эти волны просто компенсируют друг друга. Так вот, располагая другую антенну, точно такую, как раз в плоскости, где волны скомпенсированы,
Тем не менее, мы улавливаем волну, причем не минимум, а максимум совершенно иной природы. Место поляризации этой волны находится, по крайней мере, в плоскости этих контуров, и везде он перпендикулярен данной плоскости антенны. Поэтому индуцировать это не может. Однако эта антенна индуцирует продольную волну. И вот продольная волна здесь может индуцировать ЭДС. И эта антенна улавливает продольную гамматическую волну. То есть в таком состоянии поперечная волна. При повороте я улавливаю максимум продольной волны. Но что интересно, там оказалось, что эти волны находятся в противофазе друг друга. То есть если здесь максимум поперечной волны индуцируется ЭДС в этих участках контура, при повороте по 40 градусов, по полограмме я наблюдаю, как сигнал падает до нуля, и дальнейший поворот, фаза меняется на противоположную и увеличивается до максимума в таком положении. То есть это явление демонстрирует уже в электромагнитном диапазоне возможность использования еще одного вида излучения продольных электромагнитных волн. Данная серия экспериментов, она не полностью отражает все явления нетрадиционной динамики. Действительно, проведено экспериментов значительно больше. И может быть сделано значительно больше по целому десятку устройств, полученных автор свидетельства, которые моделируют целый ряд явлений новые для современных представлений. Это устройство манипулярного генератора нового типа, МГД-генератора. Очень интересная конфигурация теоредального типа, где используется не поперечная поляризация плазмы, как в обычном уголении, так и продольная поляризация. И целый ряд других устройств, где используется явление продольного магнитного взаимодействия. Количество таких устройств может быть такое же огромным, как и обычных устройств, основанных на обычном магнитном взаимодействии. Область приложимости второго магнитного поля такая же велика, как и для обычного.
нас полно симпозиуме, вот надо иногда то, что показать-то, на есть пленки, но что касается конкретно, так, надо их обновлять постоянно.